Всем привет! Мы продолжаем проходить квери. У нас наступила ночь. Но уже первые были нападения монстров. Двоих уже у нас поцарапали. Продолжаем. Будет весело. Лодочный сарай. 20. Блин, я не понимаю, ну то есть как? Он влюбился в бабу, и она поцеловала другого, практически в шутку. И он пошел сразу же рыдать просто на причал под грустную музыку. О боже мой, как это карикатурно просто все. Бросок не очень. Что это ты? Нашла меня, значит? Сопливый. Ну, да. Сбегать сюда было веселее, когда нас могли тут застукать. Да, наверное. Джейкоб, мы же договорились. Хватит ныть. Ты... Это всего лишь летний роман. Вот именно, зачем он так серьезно к этому относится, не, я не понимаю. Я в курсе. Просто. А может, и романа-то никакого не было? Не знал, что ты так любишь играть на публику. Джейкоб. Да я, блин, поверить не могу, что ты сосалась с ним. Прямо у всех на глазах. Охереть! Тебе что, 12? Не мне, а Нику. Как бы. Он мой друг, но не думаю, что он хоть раз видел голую женщину. Не хочу тебя расстраивать, но, судя по тому, как он орудовал языком, опыт у него явно есть. Нравится меня мучить, да? Да расслабься. Так потому что ты ведешься на эту херню, вот ей нравится тебя мучить. Просто вот эта вот сопливая рожа, ну, блин, это же такая хрень вообще. Ай, господи. Я думал, сегодня все будет по-другому. Что? Знаешь что? Забудь. Неважно. Теперь детские обидки пошли. Вот. Ладно. Раздевайся, как хочешь. Женщина. Сиди и дуйся. Сходи с ума, представляя язык Ника у меня во рту. Да блин. Или лучше принеси нам полотенце. Она по-другому решила извиниться. Зачем тебе полотенце? Ну, был же договор. Летний роман. И, похоже, лето не совсем еще закончилось. Легкий намек на секс. Окей. Ну, этот просто как шавка тут же за полотенцами побежал. Ой, на таких и катается, конечно. Какая гадость. Ну это прям жирнющая отсылка на Джейсона. Он тоже так плавал в Кристал Лейк. Этот как его, от машины трамблер. Крышка трамблера, по-моему. Что-то он там же открутил. Чтобы машину испортить, не уехать. И побыть с этой бабой, которая его в итоге и кинула. Глупый, глупый мужчина. Так, я какую-то карту, значит, подобрал. Может вообще от нее уйти? К чертовой бабушке. Пускай она там одна моется, да и все. Похоже, кто-то не убрал весла. Еще мокрые.
А может быть, сюда кто-то приплыл? Или это она приплыла сюда на лодке? Да ну, вряд ли. Они по острову ходили. Скорее всего, это кто-то сюда приплыл. Я ставил лодку тут. Давай сначала мы на первом этаже тут побегаем. Посмотрим, может быть, что-то найдем. Потом будем дальше подниматься. Полотенце, скорее всего, на втором этаже. Оп, что-то нашлось. Хекет и Тхекет. Ну, Хекет это... Ну, два брата. Видимо, мистер Хек, Крис Хекет. Старая фотография. А что за Тхекет? Ну, у полицейского, значит, есть брат. Вот он прям очевидно. Какой-то младший, соответственно. Только почему в лодочном этом... Ну, почему именно тут висит эта фотография? Он что, как-то относится к этой семье? Хм. Не так давно. Давай посмотрим. Возможно, у нас полицейский это брательник начальника лагеря. Вот и все. Все куда проще. Статья из недавней газеты, рассказывающая о двух туристах, пропавших в местном лесу. На момент публикации их еще не нашли. Наверное, не найдут. Это, скорее всего, их рюкзаки интересно, были порезаны где? Ногтями. В этом, в кладовке, где они дробовик нашли. Гадалки не ходи. Если нет, тогда это те двое, за которых мы в прологе играли. Ну, рыжик и эта баба дерная, дерганая вся. С плохой лицевой анимацией. Все, тут смотреть нечего. Ну-ка, давай, оп. А полотенца-то нету. Пусто. Ну, в принципе, дети уезжают. Дети уезжают оттуда, зачем им там хранить? Они уже уехали, все, этот как его, лагерь сдан на этот, закрыт, короче говоря, посещений не будет. Зачем им хранить там полотенце? Тут и еды нет, ни полотенец. Вообще? Ну что он рассчитывал? Ни одного. А он тут при чем? Зашибись, полотенцев нету, а он говорит говнюк на него. Зашибись вообще. Он-то тут при чем? То, что полотенца кончились. Что это такое? Что за цифры? 16-й год, 17-й год. Ну, подожди, давай осмотрим. Показать. Журнал лодочного сарая. 12.03.2016, 24.09, бла-бла-бла. В общем, каждый год, либо каждые два года что-то происходило, что-то записано. Пока не страшно, но ситуация нестабильна. Правила спуска на воду, напоминание для вожатых. Ополаскивайте все лодки после использования. Будьте бдительны, купание запрещено. Во избежание повреждений соблюдайте правила хранения лодок. Все отдыхающие обязаны надевать спасательные жилеты. В случае опрокидывания лодки немедленно вытащите детей из озера. Не прыгайте за детьми в воду, подплывите к ним на лодке и вытащите из воды. Но такое, а если у тебя ребенок, допустим, тонет, пока ты вытащишь эту лодку, а если она застряла там, еще что-то, пока ты подгребешь к нему, по-моему, он утонет реально. Кстати, в Until Dawn была подобная штука. Крутишь камерой, и потом на тебя прыгает какой-нибудь скример. Оп. Угу. Ну там монстр уже в этом домике. Кто Кстати, это? В том домике мы не были. Мы видели там только свет издалека. Ладно, буду считать, что все нормально. Угу. Просто замечательно. Ну и считаю, что все нормально. Давай еще раз посмотрим. Там, наверное, уже, конечно, никого не будет. Когда мы в этот домик попадем? Вот он прям засилье зла, походу, в этой игре, потому что вот как его не показывает, то свет там моргнет, то монстр пробежит именно там. Они, походу, там все пасутся. Но вообще они, конечно, пасутся все в этих в пещерах, там, как сказали, то, что этот... Ну, здесь вот местность вся полна таких маленьких проходов там и так далее. Она как муравейник. Угу. Что-то по лодкам написано.
Так и чё, мы будем спариваться-то с этой самкой? С этой самкой человека? А то полотенца-то нету. Экс, походу, обламывается. Кстати, где она? А, вот. Я думал, она уже того. Найди на улика, знак купания запрещено. Самодельный знак, запрещающий купание возле лодочного сарая. Что такого опасного может быть в озере? И, по-моему, судя по почерку, это реднеки оставили. Эту надпись, потому что там точно такой же был шрифт. Насчет охоты. Так, значит, она уже все, она уже разделась и стоит. Окей, готова. Ну, тогда придется сохнуть. Сохнуть. Или встряхнемся по-собачьи. О, а ты умеешь разговаривать с девушками? Ну. Не смей делать вид, что ничего не было. О, да что ты говоришь? Смотри, на помощь! Спасите! Я тону, и мне нужен большой... Нам просто за 2 секунды разделся. Он что, оторвал с себя одежду просто? Я не знаю, она на нем лопнула, что ли? Очень быстро он разделся, правда. Даже хоть какую-то анимацию бы показали, как он там брюки снимает. Сильный такой, 100% мужественный спаситель. Так, энтузиазм, бомбочка. Либо обвинение, попроси Ника. Ну, давай не будем душнить. И так вроде она как бы согласна дать. Так что, давай, энтузиазм, бомбочка. Окей. Он хоть и нытик, но должен быть что отходчивым. Тут? Дама в беде. Не бойся, милая крошка, ураган Джейк уже близко. Бомбочка! Это не так, бомбочка. Холодно. Холодно. Сейчас у него будет мини-член. Такой, с мизинчиком. Ураган Джейк? Оу. О, окей, ты напросилась. Вот. У меня что, лицо грязное? Эй, хватит! Не дуйся, как бука. Какая вода странная. Брызгаться, ну, давай. Или не надо? Да давай. Брызгаться давай. В атаку! Я думаю, это не повредит. Все, топором пошел ко дну. Сейчас он ее за сику прям схватит в воде. Если она плавает плохо. Козел. Такие шутки неуместны, по-моему. Так, сентиментальность. Было бы остаться тут, либо флирт. Сфоткай меня. Но не надо оставаться, я думаю, тут. Давай, флирт. Значит так, смотри, как тебе? Окей. Сфоткай меня. А где у нее телефон? Да, сфоткай типа меня. Для твоих подписчиков. Топ-10 парней, которые не дадут заскучать в летнем лагере. Такой заголовок. Будет еще 9. Что? Да, флиртует он такое себе вообще. Он меня шлюхой только что назвал практически. Дебил. Но она бы все равно ему не дала. А? Черт, бегунок! О, вот вы, это, блядь, косяк. Вот это лютый косяк. А, конечно, нырнуть. Блин, или не надо было. Наверное, нырнуть все-таки. Джейкоб! Не знаю, тут как бы двоякая ситуация. Эбби помочь. Она уже как бы там сама, пока он до нее добежит, если он еще не факт, что вообще ее найдет. А тут трамблер тонет, как бы они вообще тогда уехать не смогут. Блин, это сложное решение, ну ладно. В общем, за трамблером поплыли, что делать? О,
Урод. Так-то, по большому счету, Трамблер важнее. О-о-о. Ну не дергай ты, придурок. Не дергай. Чем больше дергаешься, тем хуже. Оп, лови, 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 лови бегунок этот. Схватить, конечно. Раздувшийся труп. Так, раздутый разлагающийся труп, прикованный к камню на дне озера. Кошмар, конечно. Так, вытащить. Не тянем, вытаскиваем. Надо аккуратней. Вот, вот, вот. Потому что чем сильнее дергаешь, тем она может сильнее затянуться. Черт. В принципе, с другой стороны, если подумать, если бы я побежал к Эбби, а вдруг у них как бы, ну, ничего страшного не произошло, вдруг они фейерверки хлопают, кричат там, ну, как бы, да? Беспокойство тут не очень. С бабой все равно ничего не склеилось, а трамблер был бы потерян. Так, кострище Хэкетскори, 21-20. Да уж, Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений. Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка... Ты не смотри на, типа, всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. Здорово, Леха. О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Давай, если что, на двоих будем ответы выбирать. Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Так, ну это мелкая няшная, которая кричит. Надо помочь. Откуда был крик? Все, хватайте ствол, да, Прохора Шаляпина тоже берите с собой. Бля, нихуя он ссыкун, он просто в лагере остался. Такой утырок. Так, нетерпение, что случилось, а беспокойность, где Ник? Давай беспокойность, время идет. Ну выдыхай, давай, рассказывай, где твой этот утырок-то? Ты за Ником, ну! Лучше ты, настойчивость. Ладно, я пошел. Да, он все-таки мужик, он должен быть более такой. Я пошел. Он же типа не зря лучший вожатый. У него низкая кучность, будь осторожен. Низкая кучность, ну по арбузу-то попал. Сейчас стрелять, наверное, будем. Ладно. Бедные школьницы, да? Но они тупые, так что их не очень жалко. Но они тут реально с интеллектом хлеба, блядь. А вот куда он ломанулся? Подожди, он схватил ружье, и она же ему вроде направление даже не показала, в какую сторону бежать. Или показала, но так один хрен, она то, что рукой махнула. Блять, она рукой махнула, в какую сторону бежать, и что толку? А где он его найдет? Может быть, он там чуть правее будет. Там буквально, ну, тем более ночью в лесу заплутать вообще нихер делать. К тому же этот идиот бежит с ружьем наперевес, с дробашом наперевес. У него даже фонарик элементарно не включен. Он просто бежит в темноту, не зная куда, не зная где что. Похер вообще, просто побежал и все. Блин, ну правда. Ну... Нет, он альфа-придурок, по-моему, тут. Тут, по-моему, у них еще с Прохором Шаляпиным какие-то отношения такие. Он что-то там вошкуется, походу, они заднеприведные оба.
Не, ну Прохор Шаляпин реально, блядь, какой-то очкодав. Идти по тропе или срезать? Да срезать, наверное. Давай так. Это хоть и опасно, но более эффективно. Держись. Я не знаю, я должен нажимать быстро или что? Удерживать? Окей. Бля, мне бы этого кофейника не просрать. Это будет тупо, если он сейчас себе голову разобьет. Срезать идти по тропе. Ну, блин, ну раз уж давай срезать, что делать? Мы ж торопимся, типа, правильно? Так, вверх. Давай, в сторону. И в сторону. Ок. Одолели. И куда? Ага. Как-то он странно забирается по ступенькам. У него как будто одна нога деревянная. Все нормально. Лохматый еще живой. Его тем более роднеки подобрали. Хуяного, как поросенка тащит. Тихо, не стреляем, по-любому. Кричать? Блядь, ну ладно, давай. Эй! Отвали от него! Стой! Стреляю! Не надо стрелять. Я не стреляю, даже если будет возможность. Пошли его в жопу, не стреляем. Пусть тащит. Не, у него, наверное, не стропон, у него этот не толкай здоровый, фиолетовый. О! Вот дурак, укусил. Он укусил его. Нихрена. А роднек все равно не попал. Все понятно. Короче, так как их поцарапали, они уже покойники ходячие. Отстой. Раз не зря себе роднек укушенный палец отстрелил. Как минимум минус один персонаж, короче, походу. Хрена, он просто вообще не запариваясь, просто взял себе, отстрелил палец. У него там ни кровь не фонтанирует, ничего. Надо, нам надо идти. Давай. Ну все понятно, короче, лохматый тоже теперь оборотень. Плохо. Так, лес Хэкетов, 21:30. Угу, он даже одеваться не стал. Подожди. Вот это странно, конечно. О боже. Быть, сандали напялил, что ли? Тебя там ждет полуголая девушка, ты чего? Так она тебя уже кинула, она тебе не даст, у тебя даже полотенцев не было. Ты чмошник, который ноет просто за всякой хуйни. Не даст она тебе. Ну хотя бы крышку трамблера спас. Эту какого? Бегунов трамблера. Они хотя бы уехать смогут. А вот то, что он голышом ломанулся помогать на крик, это вообще странно. Хоть бы, правда, что-то одел там, я не знаю. А может быть, уже и поздно бежать. Может, они просто веселятся, а этот побежал. Блин, ёбнутое решение, конечно. Они тут все ёбнутые, по чуть-чуть. Позвать? Нет. Потому что кого звать? Звать хищника? Сомневаюсь, что хорошая идея. Ау! Блять, он все равно позвал. Я не нажимал, пошел в жопу. А? Его роднеки поймали. По-моему, у роднеков сейчас самое безопасное место в этом лесу. Ч
чё, качайся, чё. О. Ну давай, напряги пердак. Чёрт! А как он веревку отвязывает? Так, пиздец! Думаешь, ему сейчас отрежут немного писюна? Да нет, вряд ли. Роднеки нормальные. Они тут как этот. Помогают, короче. Угроза. Ты кто, блядь, такой? Мольба, опусти меня. Но я не думаю, что в этом положении ему сейчас выгодно хоть кому-то угрожать, потому что пока у него стручок еще целый, лучше просить о помощи. Давай, Мольба. Чувак, пожалуйста, пусти меня. Слышь? Чувак, я с тобой гамбургеры поделюсь. Охренеть, ты чего творишь? Да, он не злой. Он его отпустит. Он его осматривает на этот, на порезы. Да чемучи будет? Ну да. Сукин сын. Double penetration. Они охотники. Тихо. Но не убийцы. Не надо бросить грязи. Он тебя спас. Блин, они просто каждые 2 секунды тебя провоцируют на какую-то херню. Лучше закрой глаза. Ты чего творишь? Оно кровью поливает, как, видимо, маскировки. Нет. На вкус дерьмо. Но это на пользу. Это и есть дерьмо. Он его соусом полил, сейчас ему ногу съест, блядь. Или ебло откусит просто. Ай, блин. Это маскировка, как в фильме «Хищника». Куда собралась, милашка? Табаско. Ну да. Перца ему в глаза натер. Что за черт? Что за черт? Тебя спасли, утырок. О, а кабана не спасли. Кабан того. Ну, будет пожрать. Опять эта дикая бабка. Я вот не знаю, каким глазом она в камеру смотрит. И ты снова в моем шатре. Ну, что ж, показывай. По-моему, она ни одним глазом в камеру не смотрит. У нас тут звезда. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель. Или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность и проливает свет. Она хоть увидела эту карту, она, по-моему, вниз вообще смотрит. На локоть куда-то себе. Улететь от проблем. Бить или бежать? Жизнь часто ставит нас перед выбором, но, избегая одной опасности, можно пасть в объятия. Думаешь, у нее кислотка? Любой шаг может стать роковым. Или она уже жила на глубине 5000 метров. Да, наверное, жила, там тоже такие глаза у всех обитателей. То, что скрыто. Показать тебе? Чего, мандуса? Увидеть больше, бля, ну давай. Позырим больше. Да. Что ж. Че, зря карты собирал? Я могу показать лишь одно возможное будущее. А че одно? Я 2 карты собрал. Какое ты че? Какое же? Сатанистка хера. Ой, я даже не знаю. Ну давай, блин, звезда первую посмотрим. Хер знает. Угу, то есть проститутка увидит, короче говоря, мутанта и сфоткает его. Ну, за делом. Где-то в домике. Назад в Хакетс-Куари. Да, возвращайся в Хакетс-Куари. Ну, перепад давления — это есть кисонка. Это поэтому надо медленно подниматься с глубины. Вот, чтобы у тебя кессонная болезнь, чтобы кровь не закипела. А у нее, видишь, ее быстро подняли и посадили. Бросили просто как тряпку на стул. Вот она и хуйню несет. Какой быстрый... Глава 4, без паники. Так, ну красную не зацепили, возможно.
Возможно. Вот. Возможно, у Косматова, который пытался ей приписюнить, в любом случае нельзя спасти. Его всегда будут коцать когтями, и он типа, ну, потенциальный оборотень уже ну, как бы ничего с этим не поделать. Потому что вот эту няшную, короче, с красными волосами вообще не задели. Ну, посмотрим, короче. Возможно, царапины ничего не делают с этими. Пострадавшим. Попробуй нарисовать. Что именно? Ну, того, кто напал на вас. Серьезно? Бля, у этой бабы истерика, у нее руки трясутся, она объяснить-то толком не может ничего. На тебе ручку, карандаш, ну, на тебе карандаш и блокнот. Попробуй, зарисуй-ка что-нибудь. Что ты видела? Ёпта, это прям так важно сейчас, вообще жопа. Бля, сказала бы, увидела монстра здоровенного и с длинными когтями, и все, и он напал на чела. Нет, давай-ка мы порисуем 2 часа. Ну точно, очень вовремя, блядь. Ну этого хорошо покоцали. Прям хорошо вообще. Ник. Я не знаю, эй, друг, я ошибся за него играя, я ошибся только один раз, по-моему. Кто они? Он вообще не в себе, чел. Охотник? Точно, да. Там был мужик, но было что-то еще. Какой-то зверь. Что? Какой еще зверь? Нет, я видел только мужика, который тащил его. Ник слегка не в себе. Мужик был такой здоровый и злой. Подожди, то есть Прохор Шаляпин готов поверить о том, то, что у них директор лагеря какой-то ссаный педофил, который подглядывает за детьми, но не готов поверить то, что на него животное какое-то дикое в лесу напало. Что, блядь? Ай, Проша, блядь. Вы сейчас меня доведете, нахуй. Айби. Эй, все в норме, друг. Вон она. Клыки. Страшно, навалился. Я думаю, медведь. Нет, медведь. Худова для медведя, мужик. Я думал, тут нет медведя. Да. О, бля, ты погляди на это. Черт, это черная. Это инфекция. Это, она это не инфекция. Плохо дело. Очень это плохо. Черная кровь, это артериальная. У него, да-да-да, конечно, надо давить, надо задавливать вообще сильно эту рану. И желательно ремень какой-то натянуть поверх раны, сверху раны прям, надо затягивать ремень. Надо кровь останавливать. Как больно. Ну ремень чё, ни у кого нету ремня, блядь. Надо резать. Чего резать? Хуй себе, отрежь, придурок. Иначе инфекция его сожрет. Что? Какая инфекция, блядь, откуда не знает? Он что, кровь уже успел сдать им на анализы, то, что у него инфекция? Что за хрень вообще? У человека, блядь, жесткая рана, по факту, а они про какую-то инфекцию говорит. Просто возьмите, мать его, и перевяжите рану, он подыхает, у него артериальная кровь течет. Блядь, ну это жопа какая-то, пиздец они, ну дети, блядь. Надо резать, говорит. А если у него, если ему ногу отрезать, у него сейчас как будто меньше крови будет идти, я не понимаю. Если они ногу оттяпают ему, то там вообще он просто сейчас подохнет минут за 10, наверное. Да какое? Ну, минут за 5, наверное, так. Если должным образом еще эту ногу не перевязать. Все-таки, блин, нога это не запястье, не кисть, не палец, мать его, как только что себе реднек пистолетом отстрелил. Тут они собираются ему как бы 4-главую мышцу оттяпать со всеми артериями. А перевязывать-то вы где будете, придурки, блядь? В районе паха? Я, блядь, посмотрю, как они ремень там затянут. Кретины, блядь. Досада, ты поехавший, пренебрежение, почему? Ну, не знаю вообще, тут как-то... Ну, вообще он поехавший, да. Пренебрежение тут как-то не очень катит. Ну, тут оба варианта меня не устраивают. Блин, ну давай досада, чё. Он поехавший, совсем реально. Поехавший. Эй, я помочь хочу. Ему Прохор, врачу, блядь. Надо. Ты хирург, в что ли? Больницу. А еще к психиатру. Дилан не оценил ваш поступок. Да пошел ты нахуй, Дилан, вот и все.
А Прохора Дилан, да, зовут? Я понял. Нарисовала, ёпта. Ну точно. Сразу все понятно, кто на них нападает. А все, ну мы типа рану этот позвать, да, позвать. Это наш кореш пришел, который нытик. У меня ствол! Это тряпка пришел. Типа. Перетрухавшийся, это по-любому тряпка. Вдруг там Джейкоб и Эмма. А если нет? Ну да, точно, давай шмалять. Просто давай вот выстрел в темноту, и там, а вдруг повезет, а вдруг 50 на 50. Типа, они же знают то, что там, ну, есть реднеки, которые нападают, есть эти, как его, есть монстры, и есть, как бы, их друзья, да? То есть, с какой вероятностью шмалять в темноту, если бабу убьешь, нахуй, или мужика? Там кто-то из них по-любому сейчас в данный момент. Нельзя шмалять по-любому. Позвать можно, но пока ты не видишь цели, в таких играх точно стрелять не надо, потому что тебя разводит игрулька-то. Красные молодцы вообще. Не, реднеки на самом деле, они как бы это, они помогают, они же охотники и живут тут уже не первый год. Они не пойдут на кострище к этим полоумным дебилом с дробовиком в руках. Они же вообще дикие нахрен. Они же до усрачки перепуганные. И к тому же я вообще не понимаю, они что, этому челу взяли просто на четырехглавую мышцу надавили и все, у него артериальная кровь закончилась? Это как вообще? По-моему, он там должен, ему должны наложить повязку с указанием времени вообще так-то, когда эта повязка была наложена. Причем, если время 9... И эту повязку, по-моему, если не сменить, ну, если ее не убрать через, по-моему, 2 или 3 часа, то там что-то уже чуть ли не до отмирания конечностей пойдет. Если я не ошибаюсь. Но ее надо как-то ослаблять периодически. Ну, тем более, если артерия задета, это жесткая штука. Это шить надо, нахуй. Осторожно. Так, я стрелять не буду, я просто вот фонариком повожу и все, никакой стрельбы. Показалось, видимо. То, что там кто-то шуршит, это просто шуршат. Патроны, я думаю, тоже. Ну да, может быть, да, некроз как бы. Да, беги, тварь! То, что там просто шуршит, это просто шуршит, как бы. Не факт, что там это. Патроны-то тоже, как бы, не казенные. Они же кончаются. Того, чтобы вернуться в коттедж, а? Вот это хорошая, кстати, идея. В коттедже может быть хотя бы хоть какой-то медикаменты. Не знаю, я никого не вижу. Стой, не-не-не, не стреляй, не надо! Я ж тебе сказал, блядь. Я помогу. Это один из корешей наших. Ух, пиздец. Я бы его просто мог башку ему снести. Что с ним? На Ника и Эбби напали. Такое часто в Dark Pictures Anthology тоже встречалось. Там то, что там, ну, тебя... разводит игра, то, что там какие-то шорохи, шумы, там еще что-то. Бывает то, что ты типа обсажен какой-нибудь хренью, как в этом... не Little Hope, а как же оно? Man of Medan. Вот, тебе, ну, там ты под газами там бегаешь, обдолбанный весь, и тебя глючит, что на тебя монстры нападают, хотя это один из твоих этих соратников носится. Не-не-не, в этих играх, пока ты цель не видишь, стрелять нельзя. Есть у кого-то сухие шмотки, умирают от холода. Все сумки в фургоне. Бля, ну конечно. Умирает от холода. Чувак, у тебя рядом костер. Ты бежал к тому же сейчас. Он должен был разогреться. Народ, когда занимается то же самое, там это какого. Ну, когда закаляются и по снегу бегают босиком, и ничего, и не умерли. А тут вроде лето, тем более август, как бы месяц не совсем, я думаю, что дубак. Так, два варианта. Интерес, что с тобой случилось? Тревога, где Эмма? Давай мы все-таки поинтересуемся, где Эмма. Джейкоб, где Эмма? Докинул он ее. Да, блять! Вот дерьмо-то! Я оставил Эмму на острове и сказал, что сразу вернусь. Блин. Ну, на хотя острове? Бы они. Хотя бы они его осуждать не стали. Что? Просто мне показалось, я там кого-то видела. Кого-то?
Они могли бы его гнобить начать. Знаю. То, что ты бросил тёлку свою, она ты мой дурак. Совсем одна. Ну, нормально. Ну, надо двигать коттеджу. Это, видимо, неважный был выбор. Ну, в смысле, я надеюсь, клубничный не обязательно. Джем. А, точно, нет. Думаю, это кровь. У мужика была эта бутылка. Короче, ладно, потом. Пока гачи не будет. Может, потом, я не знаю. Фу. Да, знаю. Может, они по платам прямо в рану напихают, я не знаю. Твою мать, точно, как же я мог забыть? Я там видел тело в озере. Типа, труп, что ли? Угу. О, нет. Это был просто пловец из местной команды. Заблудился по дороге в бассейн и... Да, придурок, это был труп! Ой, хорош заливать уже, Джейк. Да не, правда видел. Решил, что это один из пропавших вожатых, но я не уверен, он был такой... сдутый и... мерзкий. Что-то тут не так. Ну его раздуло, он же в воде, ёпта, чё ты хочешь? Я за Эмой. А, не понял. Вдвоём идите, клоуны. Опасно. Чел, я охраняю Ника с Эбби. Да, а мне надо спасти Эму, она там одна. Может, с ней так все. Бля, вот если в фильмах ужасов не было бы тупизма главных персонажей, то титры наступали бы, наверное, на 20-й минуте фильма просто. Ну, типа, какой-то дом странный, страшный посреди леса. Давай в него не пойдем. Да, давай не пойдем, поехали лучше домой. Все, титры. Ну тут то же самое, блядь. Какого хера он один туда прется, пытается забрать единственное оружие, идет один по лесу, еще даже одеться не смог. Ну что? Голову-то включи, идите хотя бы вдвоем, я не знаю, какую-нибудь палку вытащите хотя бы, я не знаю, как пику, блядь, в глаз кого-нибудь ткнуть хотя бы напоследок. Да. Может тогда и с вами тоже? Выбесить меня хочешь? Нет, я хочу спасти свою девушку, баран. Да, не паникер этот все, конечно. Не отпускать. Бля, или отпустить. Не, не надо отпускать. Баба лучше управляется с ружьем, это раз. Во-вторых, вот этот вот голый шизик... тоже нервный слишком, чтобы таскать с собой оружие. Не знаю. Короче, по-моему, правильно поступил, что не отпускал ружье. Кофейник хоть и дохлый, но должен соображать. Прекратите, блин! Мы и так в полной жопе, а вы зачем-то еще и грызетесь, придурки! Вот именно. Пушка будет у нас. Ник и Эбби ранены. Нам нужна защита. Там кто-то есть. Угу. Райан! Прости. Да вы гоните! А, так у нас и Милаху, да, значит, ранена тоже. Если она на острове, то все ок. А если не ок? Да, чтобы снова нарваться на этого ебаната? Нет, спасибо. У зиплайна должна быть еще лодка. А если нет, оттуда я доберусь и так. Но... нужно вернуться в коттедж, вызвать помощь. Бля, он все равно один ушел. Так, Ник не может идти. У меня есть план. План, капкан. Почему он ушел один? Уебал куда-то в ночь вообще. Голышом. Без ствола, без нихера. Ну что ж, начнем наш вечер. Это тоже одеваться не стало. Что за хрень вообще? Почему? Им что, не холодно? Окей. Вот вам загадка. Две руки, две ноги. Внезапно осталась одна на стрёмном острове ночью. Это я. Показываем манду теперь. Одна рука. Одна свободная рука. Так. Она тут. На странном необитаемом острове в зловещей ночной тиши и одиночестве. Почему они, правда, они все не... Они вот вдвоем купались и вдвоем до сих пор не одевались, как бы. Ладно, значит так. Что мешает просто подойти и забрать свои шмотки? Они их на причале кинули, и они их не сожгли в костре, блядь. Они их не оставили где-то в сейфе там и забыли код, я не знаю. Они их у них просто лежали рядом. Ну, вылезет из воды. Одень ты шмотки свои, я не знаю. Ну, что, инстинкта самосохранения, что ли, нету? Им не холодно, правда? Оказалась одна. Или это с кадра ради кадра? На маленьком островке, и заняться мне нечем, так что я все вам тут покажу.
Там есть домик на дереве, и я иду туда, чтобы попробовать заснять для вас просто охренительную панораму. Вот тут в домике на дереве, там возня какая-то. Я не очень уже который раз. Возвращаться. А если бы солевые? Хотела, ну, может быть, они оба солевые. Я не могу. Он подумает, что я за ним бегаю, хотя это он первый устроил сцену. Блин, простите, я ною. Ну, иду и ною. Да похер. Вперед. В домик на дереве, друзья исследователи. Вот в этом домике на дереве постоянно возня какая-то. То свет какой-то, то там монстры какие-то шарохаются. Вот у нее тут должны быть шмотки. Она же здесь раздевалась. Уже все? Что за хрень? Подожди. Это ты, Джейкоб? О, это Лэнс Хенриксон. Это роднек. Она, получается, все озеро переплыла. Мы вон там шмотки оставили, на другом конце. Это один из роднеков, всего их двое, как бы. Вот этот здоровый, который бугай, как палец себе отстрелил. И вот этот Лэнс Хенриксон, который дед, ну, старый, короче, он тут. Старый, значит, матерый, он должен шарить по-любому. Но он подглядывал уже с биноклем, он в курсе, что мы тут. Так, а идти мне надо наверх, получается. Сейчас давай вот то, что на открытом. Посмотрим. А это наш домик для встреч. Это домик, где встречаются. Я очень старалась придумать что-то интересное, но иногда вещи такие, какие есть. Такие вещи. Да, это домик для встреч, ну, для встреч, тут все встречаются. Господи. Охуенные диалоги. Один диалог охуительнее другого просто. Ну, в этом случае монолог. Ладно, давай к домику, там дальше у нас по дороге нас куда-то тащат. Давай, домик. Ну, тут, скорее всего, все закрыто. Думаю, все догадались, что это такое. Я ими не пользовалась. О. Слишком он натюрель для меня, честно говоря. Потом, кто знает, куда деваются отходы? О. Так это тут деревенский это... сортир. Кстати, первый туалет в этом районе. Ладно, забыли и идем дальше. Причем возле домиков, где дети жили, туалета вообще ни одного не увидел. Кроме дерева здоровенного. Ну, мужской, женский. Не знаю, что там прям такого она в этом увидела, что нельзя, типа, в квартиру сходить. Я не знаю, ну, давай, наверное, по... В общем, этот остров – нераскопанная часть карьера, заросшая лесом после того, как его затопили. Очень круто, да? Когда-то в детстве я думала, что острова просто плавают на поверхности воды, как надувные матрасы. Но... Теперь я стала старше и мудрее, и знаю, что все не всегда так, как кажется. Вот думаешь ты, что у тебя горячий летний роман, а по факту нянчишься со здоровым мужиком, который грустит, потому что ты не хочешь быть в отношениях и строчить ему любовные письма. И, кстати говоря, никто ведь не против, да? Почему? Почему я должна оправдывать свои чувства, если это ему что-то не нравится, верно? Класс. Кстати, когда она записывает видос, это очень жутко жрет батарею. Вовремя. И главный вопрос, стоит ли возвыситься над этим и тупо забить, или держаться какого-то прежнего пути, ну, то есть ныть о своей дурацкой жизни. И раз это не прямой эфир, выбор за мной. Да, вот как теперь идти? По верху или по низу? И это важно, кстати. Какая-то из них по-любому дорога приведет к лагерю. Ладно, давай по низу. А к черту, мы в этом по уши. По самое не хочу. А знаете что? Я очень ждала следующий этап жизни. Лето было классным, но что дальше? Ну блин. Когда я выложу этот ролик, Hackett's Quarry останется в далеком прошлом, и
Это всего одна ночь, и надо по полной использовать все возможности и так далее. Но... Мне кажется, со ступеньками дорога я более безопасна. Я просто не хочу довольствоваться тем, что есть. Эбби считает меня уверенной в себе, но... Да прошмандовка на тебя считает, что я пытаюсь выжить в мире, где все хотят быть уникальными. Ладно, потыкали, короче, по этой дороге. Я не думаю, что она тупиковая, так или иначе она куда-то приведет. А знаете, это весело. Кажется, я впервые за лето осталась одна. Прикольно. И это укрепляет мое мнение. Та находит, у нее телефон работает, фонарик, и она еще видосы снимает. У нее батареи вообще там четверть, по-моему, осталось. Ничего личного. Батарея не падает. Дело во мне. Без обид, да? Да. Окей. Угу. То есть получается, вот это вот. Дорожка со ступеньками как раз бы и вела вот в тот дом, где монстров больше всего мы видели. Так, агрессия, знаешь, нет, без обид. Задумчивость, будем вспоминать. Ну давай задумчивость. И кто знает, может лет через 50 мы встретимся и будем с нежностью вспоминать чудесное время, которое мы провели в летнем лагере Хэкетскори. И ту искру, что навсегда изменила наши жизни. Ну, а потом будем трахаться на природе, как пара старых полоумных кроликов. Эй, ну почему нет? Время покажет, малыш Джейки. И, как говорится, всех сделает дураками. Но мы будем самыми сексуальными старыми дураками в истории человечества. Задолбала, давай уже иди. У меня своя жизнь. Прости, друг. Ну, очевидно, что она этому нытику не даст. Да и к тому же он это... Сейчас не до этого. Так, у нас подъем. Подъем как раз и идет на это, в этот домик на дереве. А вообще, как это мог быть мистер Хэй, если он был в коттедже? Да тут понятно, что тут эти или деревенщина жгла костры. Каркнул ворон никогда. Скорее всего, да, это они. Коробок спичек из мотеля Хербинджер. Несколько спичек уже отломано, а на терке видны следы использования. Только не терка, это черкаш называется. Терка, блядь. Интересно, я могу вообще по ступенькам? Да, я могу подняться по ступенькам. Ну, подожди, я пока так делать не буду. Хочу осмотреться. Трусишки, так сказать, проветрить. Тут наверняка еще что-то есть. Подожди. Я еще обратно вернулся. Да нет. Блин, тут причалов столько. Вурхис, наверное, обзавидовался бы. Ладно. Полезли тогда на ступеньки, что делать? Полезли наверх. Хотя такое себе решение. Там причем две дороги. То есть я бы не нашел этот коробок спичек, я бы поднялся, все равно здесь прошел бы по более безопасному пути. Но так или иначе, я бы оказался тут. Ну, понятно, короче. Так или иначе, две дороги сходятся в одну. Придется держаться одной рукой, да? Телефон в трусы засунь, обезьяна тупорылая, блядь. Чтоб не треснуться с этой деревянной, с какой-нибудь начало. Стрёмной лестницы. Чёрт. Телефон, говорит, спасу, но просто, этот... Знали, ну, могу подохнуть. Нет ни единого шанса.
ими мозгами у тебя тоже шансов немного. Ну что ж, это у нас роскошный домик на дереве. Угу. Видите? Построен в 1800, хрен знает каком году, 53. С завязанными глазами, из лучшей гнилой древесины, ржавых гвоздей и свежайшего коровьего дерьма. Классика эпохи Хекетов. Подожди, не заходи туда. Милая, да. Я дома. Что такое? Ты три раза разогревала ужин? Ну, знаешь, разве так встречают мужей? Я думаю, что разрабы сыграют на этой фишке, вот то, что какая. Она идет, снимает, и на заднем плане, кажется, на телефоне будет монстр. Убрать все до закрытия. Думаю, эти вещи оставили детишки, а может, кто-то из парней. Но... вроде это не наше. Слышали? Типа кто-то на чердаке? Похоже, перед нами выбор. Пороемся в чужих шмотках или... откроем жуткий люк и умрем ужасной мучительной смертью. Правильных ответов тут нет. Да шмотки давай доставать. Давай, смотри сумку. Шмотки! И вот еще. Хватит с вас красоты. Я что-нибудь надену. То голышом подыхать не очень. Но вообще не факт, что тут кто-то наверху есть. Она что-то взяла с сумки. Вот эта тема, кстати. Это может помочь. Класс. Шокер, хорошо. Ладно, так. Там явно кто-то есть. И он меня не испугает. Это я вам обещаю. Я бы хотел вот еще по этим тропинкам пройтись и деревянным. Она уже, блин, лезет. Прощай, жестокий мир. Занавес опускается, и никто не выйдет на бис. Боже мой, боже мой! Печалька. Боже мой, боже! Используй спрей шокер давай. Какой спрей? Снимок. Доказательства говорили. Говорили про доказательства, то, что надо при возможности сразу же фоткать что-либо. Размытая фотография нападения на Эму в домике на дереве. Хорошо, теперь мы будем не ходить и исследовать эти тропинки, мы теперь будем убегать по ним. Окей. Я сомневаюсь, что с такими копытами он нас не догонит. Он же так быстро бегает. Ну да, он что, тупой что ли? Бежать, использовать спрей. Ну, давай спрей попробуем. Выиграем немного времени. И она обратно в этот домик забежала. Ты чё, ёбнутая? Он же деревянный. Кто-то вообще сказку про трёх поросят не читал. Забаррикадировать, бежать через люк. Ну давай забаррикадировать. Это, да. Какая в жопу баррикада, если у тебя... использовать спрей еще. Да, какая в жопу баррикада? Я что-то об этом не подумал. Какая действительно баррикада, если у него там просто окна нету вообще. Он же не тупой, он как она. Он просто взял в окошко, запрыгнул и все. Ой, блин. Да потому что они тебя торопят. Эй, я прожимаю кнопку. А, я удерживаю там. Он бы, кстати, мог ее поцарапать. И она бы подохла потом, наверное. Серьезно? Его остановил инструментов ящик? Что?
Сколько ящик инструментов весит? Ну, килограмм 20-30, серьезно? Он такую махину, которая, блин, просто людей рвет когтями на них. Ящик остановил его на люке, серьезно. И он прямо сразу же хер забил, короче, и все такое. А, ну, раз ящик, я туда уже не пойду, да, это опасно. И все такое, развернулся такой, ну окей, охота не получится, пойду домой. Серьезно, блин. Ладно, давай за Прохора играем. Довести никогда не пункта. Время 10 часов. Тише. Ничего, все в норме. Тебе больно? Нормально. Нет, нет, извини, просто есть охота. Мы поищем что-то. Серьезно? Внутри. Не, не больно, просто жрать хочу. А то, что нога вспорана до артерии. Так нет, это ладно. Боже, я бы лошадь съел. Ну, не знаю, найдем ли мы лошадь, но может хоть мюсли? Фу, ненавижу их. Дайте ему кусочек тупости. На вас в избытке. Три карты уже нашел. В этой главе только. Ну, а он уже и ходить может. То есть ему не надо зашивать я артерию. Уверен, ему не надо ничего делать. Просто достаточно. Ему немного было на каталке проехаться. И все. И у него нога уже зажила до такой степени, что он, в принципе, может уже на нее вполне опираться. Ему даже костыль не нужен. Все, ништяк. На нем заживается как-то подозрительно все быстро. Такого не бывает. Там должно быть полно всего. Надеюсь, нам удастся обработать рану. Я принесу еды. А мы поищем телефон. О, да. Вроде он был у мистера Хэ? Да. Ну, так вы же видели вдвоем. Хорошо. Только вы вдвоем и знаете, что у этого, у начальника лагеря, у него есть у единственного телефон тут. Домашний, рабочий. Трубку они снимали, проверяли, все работает. Так, оптимизм. Надеюсь, все будет в порядке. Осторожность, она может их учуять. Кто она? Ну ладно, давай будем осторожными. Как думаешь, тварь, что на них напала? Не знаю, может их... учуять. Чего? Ну не знаю, может она попробовала кровь и теперь сможет их найти? А, да вряд ли. Почему? Думаю, если мы вернемся к ним... Почему вряд ли, а? ...добычей, не знаю. Очень сомневаюсь, что тот, кто напал на них в лесу, сможет... А у нас что, кофейник давно стал экспертом по этим мутантам, видеооборотней? А он прям знает то, что кровь они не чувствуют, он прям так уверенно говорит об этом. Они видели-то 2 секунды этих монстров, и то не все. А уже пытаются зарекаться о том, то, что... Типа, блядь, она кровь не будет чувствовать, все стопудово, на нас не нападут больше. Тут пробраться в коттедж. Окей, да. Ты, наверное, прав. Пошли. Надо вызвать помощь. Так странно, что тут никого нет. Ты что, никогда не был здесь ночью во время смены? Что? Нет, а ты? Было дело, да. Да ладно, еще и глюки будут. А почему? Ты куда? Я... Кажется, кто-то позвал меня. Будет не очень. Будет не очень, если они мистику будут приплетать сюда. Это уже будет лишнее. Вроде травмы Ника не такие опасные. Ну, уже да. Он уже заживает все на нем, как на собаке. Достаточно 4 секунды было руки подержать на ране, и все. Так, Надежда, рад слышать. Паранойя, ты этого не знаешь. Давай, Надежда, Надежда. Рад слышать. Да. Так что? Нам еще паранойи в рядах не хватало. Надо позвонить. Но кому? Мистеру Хэ? Да, вообще всем. Я знаю только этот номер. 911? Да кто так говорит, блин? 911. Не знаю. Полиция, 911, скорая, да вообще все. Кого вызывать? Полицию? Скорую? Всех.
кто-нибудь да приедет. Вызвать копов? Надо спросить, прислать скорую. А зачем скорую? По-моему, если ты вызываешь полицию, то они могут еще и спросить у тебя, типа, нужна ли вам бригада скорой. И поэтому приедут сразу две кареты. Любопытство. Не, давай решительность. Мне это больше импонирует. Копов? Да, без дураков. Они спросят 911, что случилось. Ну, говорите, а такой, что случилось. На помощь, на моих друзей вроде напал медведь или, может, не медведь, но ну, точно да, животное да, да. с зубами, и мы не знаем, сколько их тут, и насколько они умные. И, возможно, все верно. Они как раз собираются на нас напасть, так что нам срочно нужна помощь. Все верно. Говори да, как да. есть, так, напали животные. Окей. Просто если он начнет затирать оператору то, что на нас напали какие-нибудь монстры, скажет, ребят, хватит баловаться, и повесит трубку. Поэтому говорите, напал медведь, там туда-сюда, не можем там кровь остановить, еще что-то. И пускай и полиция приедет, и заодно скорая поможет. Все, номер что? Работает. Сдох. В смысле сдох? Так, опять два варианта, но почему-то его спросили. Ему ответили на звонок, и он говорит, что у него не работает телефон. Что-то кофейник мутит. Пренебрежение, ты повесил трубку? Подозрение, это странно. Зачем он трубку повесил? Точнее, он не вешал, он просто ее отодвинул от уха. Ну давай пренебрежение. Он ты странно себя ведет. Трубку? Как я мог это сделать? Не знаю, может, ты поскользнулся и, ну, повесил ее. Умеешь им пользоваться? Да, разумеется. Обычным, не сотовым. А сам-то умеешь? Серьезно, они не знают, как по телефону звонить? И передают друг другу трубку? Я не... Ладно, этот телефон не работает. Что происходит, я не понимаю. Сотовый тоже. В лагере есть еще стационар? Ему уже ответили. Ну, есть кое-что. Что? В радиорубке стоит железо для вещания. Где ты делаешь объявления? Где я ставлю крутые летние миксы, да. И где делаю объявления. Там есть старое оборудование. Думаю, мы сможем видели. Оттуда передать нужное сообщение. Вот из санного дерева там оно рядышком. Сходим туда и попробуем с кем-нибудь связаться. Положи, Дилан. В смысле положи, ему защита тоже нужна. Так, агрессия, ты спятил, спокойствие только на время. Ну давай не будем агрессировать, но очень глупо, что он с собой ружье не берет. Просто спокойствие, да. Блин, или агрессию включить. Нам, по идее, бы ссориться не надо. Ладно, давай спокойствие. Я верну его. Но я бы взял агрессию. Когда мы будем ждать помощь в безопасном месте. Ну ладно, но осторожней. Не парься. А, то есть он без агрессии все равно берет с собой ружье, да? Так. Это хорошо. Может, это погода? Погода, Райан? Ну... Какая погода? Ну тогда медведи. На улице ясная ночь. Теперь во всем будем винить медведей. Ладно, ну давай подумаем. Вдруг медведь, ну, перерезал провод и вырубил электричество. Мишка-диверсант просто. И вдруг он поджидает нас в коридоре. Ты прав. Спасибо. Кстати, есть камеры. Надо сказать, что мы в радиорубку, пусть не волнуются. Да, окей, ну, идем. Я так понимаю, что такими движениями они патроны сейчас набирали, да? О, господи. Так, давай оставим его, Кейтлин. Почему у нас кофейник решает, тащить с собой ружье или нет? Защита, оно ей нужно? Или агрессия, сам отдай ей ружье? Защита давай. Ты без думаешь, агрессии. Оно ей нужно? А оно ей нужно не меньше нашего.
Она останется тут, мы идем наружу. Ты же только что сказал, что в коттедже может быть опасно. Когда? Полминуты назад. Ну, да, но только потому, что я очень хотел ружье. Да отдай ты ей пушку, чел. Я вот не знаю, отдать или оставить. Ладно, оставим, пусть бабы тоже защищаются. Нет, в жопу, оно мое. Блять. Я не хотел так делать. Как назад-то? Я хотел им пушку девкам оставить. Сейчас попробуем, может получится загрузиться. Нет, в жопу, оно мое. Чел, все, игра зафиксировала. Возьмут ее голыми руками, не будь таким эгоистом. Тебе не идет. Нет, я не хочу рисковать. Прекрати вести себя как придурок. Эй, не указывай, что мне делать, ясно? Извини, но я его не отдам. Какого? О чем мы вообще говорим? Отдай ты ей ствол. Ладно, я уже не буду переигрывать весь эпизод этот. Блин. Так, сам отдай досада. Ну давай досада, уже диалог в хреновое русло пошел. Давай, закончил гнать. Закончил на меня гнать? Могу продолжить, но ты уж выскажись. Я знаю, во время кризиса ты у нас все берешь на себя. И это здорово, но я наконец-то чувствую, что у меня появился хоть какой-то контроль над ситуацией. А ты хочешь это отнять, и это просто жестоко. С тобой вообще бессмысленно спорить. Ну да, он это параноик. Ты начал, чел. Я случайно выбрал, что пушку не отдавать. Я хотел отдать ее. А я не помешала? Забирайте ствол. Выше нос, герой. Я все равно без понятия, что с ним делать. На, держи. Ну ладно, ой, хоть спасибо так. Спасибо тебе, Дилан. Ты такой щедрый и красивый. Да, не стоит благодарности. Ну ладно, хоть так реабилитировался. Он хотя бы свое оружие отдал. Так или иначе, пушка осталась у девчонок. Так, 22.15, остров Хэкискори. Почему она до сих пор в этом домике? Это странно. Сейчас как Тарзан, да? Да? Прикольная Тарзанка у них. Мотать медленно, мотать быстро. Мотать медленно, по идее, она должна меньше скрипеть. Аккуратно. Все равно скрипит. Уже меньше скрипа. Не-не-не, не ускоряемся. Медленно. Не будем привлекать внимание. А вот сейчас прыгаем. Нормально. Нормально, удрали. Думаю, если бы я намотал мед... А, и все, и шокеру хана. Ну, оставь его, может быть, просохнет.
Ну ладно. Жаль-то шокера нету. Но есть спрей, по-моему, еще. Он не кончился. Хотя она пшикнула-то всего два раза. Че ему кончаться? О, да, как я рада встрече. Настал этот час. Итак, сила. Сила может удивить, открыть в тебе новую мощь. Источник ранее неизвестной энергии. Полагаю, в камеру-то взгляни. У нас есть такие силы. И они могут стать для человека как даром, так и проклятием. Магия, да? Это маг. А, маг просто. Потрясающий, великолепный, таинственный, невероятный. Магическое искусство — это ловкость рук. Вот он есть, вот его нет. Моргни, упустишь. А упускать нельзя. Моргни, ну вот как она моргает, как по-моему, всегда, можно все что угодно пропустить. Всегда, я же три карты вроде собирал. Хочешь ли увидеть? Почему на столе всего две? Ну ладно, давай увидеть больше. Это все равно мало чем помогает. Выбирай, но лишь одну. Также выбираем силу просто. Просто первую. Слушай, а у нас лохматый-то, по-моему, может... Что ж, пора прощаться. Во время мутации нападать на родняка. И напоследок, помни, кто твои друзья. Помни, кто на твоей стороне. Ну, они прям будут давить, наверное, на тот, чтобы я понападал на этих охотников. Чего делать, в принципе, по идее, не стоит. У них есть оружие и хоть какой-то опыт в обороне. Глава 5. Белый шум. «22.30. Коттедж. Ну ладно, милаха мне бульона принесла. Эй, хоть бы помылась. Я не нашла никакой еды, из кухни все вынесли, там пусто. Блин, сумку забыла. Это тебе. Это... Блин, даже не знаю, что случилось, все как в тумане. Как ты тут? Так, он порезанный, он что, крови много потерял. Еще и косоглазие с рождения. Сочувствие, ты как? Благодарность, я в порядке. Ну давай сочувствие. Ну как у тебя дела? Я... Я просто рада, что ты справился. Ты как вообще? Прости, я уже спрашивала. Ее же тоже задели. Ничего. Я вот не знаю, могут ли они мутировать из-за царапин. Так, парни пошли искать радио. А зачем нам... Они нашли еще одно у мистера Хэ. На всякий. А что у нас со светом? Не знаю. Ну как ты? Я в норме. Только согласие. Эй, они пошли к радиорубке? Телефон сдох, они хотят послать сигнал о помощи. Мы держим оборону. А кто-то на крыше? Нет, не говорим ничего. Просто послушаем, помолчим. Лишних тут быть не должно. Ты же сказала, что Дилан и Райан ушли. Я гляну, сидите тут. Так, заверение, мы справимся осторожнее. Осторожность, вдруг там опасно. Вдруг там опасно. Мы знаем, что это. Потому что, ну, он порезанный, как бы, милаха-то вообще за себя вообще никак не постоять не сможет. Вдруг там опасно. Да, вот я и хочу проверить. Лучше бы сидели в одной комнате и ждали.
чем меньше они шастают по дому, тем лучше. Ладно. А вот тут сейчас точно придется пострелять. Ну, если, конечно, на нас кто-то из реднеков не нападет. Че, патронов нет? Да ладно. Что это за движение сейчас было? Она пыталась перезарядиться, по-моему, и не вышла. Красное что-то надо подобирать, наверное. Кстати, камин не зря показали. Я думаю, что в камине какой-то замес. Может быть, через шахту камина упадут монстры. Сейчас скрипнет ступенька. Будет не очень. Нет, слушай, пока нормально. А, так это реднеки пришли. От них достаточно просто спрятаться и все. Угу, он нас не увидел пока что. Куда ты за ним-то прешься? Надо в сторону, в другую идти, противоположную, как минимум. Чем она за ним идет? Их тут нет. Найди и смажь их кровью. И будь на связи, Бобби. Чем она знала? То, что надо намазаться кровью. Ей уже Кепка говорил, что кровь это вроде маскировки. Сидим. А как он ее не видит-то, я не понимаю. Серьезно? Он ее не видит? Она живот у него прям перед носом. Очень странно. Зато он слышит. Что за бред вообще происходит? Оп. Охуеть. Блин, а может быть не стоило уворачиваться? Чего тебе надо? Ну да, точно, против дробовика это поможет. Не, мы не будем стрелять в него. Надо как-то дать без увечий, дать себе кровью обмазать. Не знаю, все ли я верно сделал. Слушай, сейчас может не самый подходящий момент, но... Может быть вообще его бить не надо было? Не знаю. Да знаешь, я тут вдруг вспомнил о начале лета. О нашей встрече, о первых днях смены. А теперь лето кончилось, и мы можем больше никогда не увидеться. Прости, Ник, так о чем ты? Он вообще его не слушает, он там чуть ли не на смертном одре и, короче, душу изливает. А тут она, короче, что? Ты что-то говорил? Уязвимость. Я, типа, изливаю тебе душу. Уверенность, не бойся за Кейтлин. Ну, давай, уверенность. Эй. Не бойся сейчас за Кейтлин, она крута. Душнить не надо. Я знаю. Прости, Ник, столько всякого. Надо... Столько всякого. До утра, да? Так, заинтригованность. Мы двигались к чему-то большему. Либо горечь тебя не понять. Ну давай заинтригованность. Может, я тогда неправильно все понял, но...
Мы вроде двигались к чему-то большему. А ты что, хотел чего-то большего? Ты дура, что ли? Эй! Вот этот неожиданный поворот диалога. Вырвалось. Конечно, я этого хотел, но... боялся, что... Ну, прям показывают то, что он агрессивничать потихоньку начинает. Возможно, это мутация. Сейчас, кажется, это было вечность назад. Но ты этого хотела? Я... Скажи мне. Да, наверное. Ха. Это потому, что я ранен. Ник. Ник, подрывник. Что у тебя происходит, Кейтлин? Прячемся. Скорее. Ничего, я сам. Не, нормально, он уже двигается вообще вполне. Ружишка она потеряла, которая не стреляет. Этот прям как терминатор за ней идет. О боже! Что с тобой? Блин, где ружье? Нам надо валить. Нет, прячемся. Вот так, сейчас, наверное, будет выбор, прятаться или бежать. Давай, блин, давай бежать, наверное. Ну вот. Эту козу попоймали. Она не ожидала то, что она его так сильно толкнет. Она моя! Они мутируют оба, кстати. Они оба мутируют. Я могу его отпустить? Да, он хотя бы живой. Короче, два человека у нас будут мутантами. Печально. Из толпы минус два. Ладно. Пропаг домам в лагере Хакицкори. Да, есть. Раньше это и была настоящая радиостанция. Но... Она типа такой и осталась, но сейчас никто больше не слушает радио. Да. Так странно, раньше были всякие плееры, радиоприемники и все такое. Ну а теперь у нас это есть в телефоне, но мистер Хэкет забирает его в первый день смены, чтобы нас не отвлекали технологии. Технологии — это дар и проклятие. Так ты типа этим... А чё он повернулся? ...хочешь заниматься? А ты про радио? Нет, про диджейство, ну или музыку. А, ну, я люблю музыку, но... Я думаю, если бы я играл, ну, под латом только что в предыдущей сцене схватил этого роднека за горло, я бы мог его удавить или сломать ему шею. А, прости, что? В принципе, хорошо, что не стал действовать до конца, как бы... А, ты совсем не... Хотя бы... Он жив остался. Да, ну то есть в смысле не здесь. Ну у нас два человека, считай, вот такие будут уже. Потому что вот эта милаха, когда толкнула Реднека, она даже не ожидала то, что у нее столько силы будет. Она аж на руки такая хлоп посмотрела, типа, что, я так могу? Вот. И этот уже, если смог такого здоровяка поднять одной рукой, он тоже мутирует. Ну, кто же знал-то? А, извини, я просто не могу не спросить, а что это значит «не здесь»? Ну, не здесь, в лагере. Я занимаюсь этим дома. Ну, а здесь я... А здесь ты, типа, такой остряк-самоучка. Ну, это грубовато, но... Нет? Окей, ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. Привык к нему. Да, всем вроде... Долбали трепац. Понравился этот искушенный Дилан. Ну, а тебе самому такой Дилан нравится? Ну, типа да, все круто, нормас. Мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству, просто Дилан. Я просто Райан.
Точнее, мечтающий свалить отсюда, Райан. О, он крут, он мне нравится. Как-то они странно неуверенный диалог между собой ведут. Так, давай мы сначала, наверное, по полянке еще пройдемся. Хоть я тут и был, но может быть что-то новое появилось. Ну, это я видел уже. Нам туда надо, в самый конец. Там, где рубка. Но есть еще дупло в самом дереве. И там какая-то бутылочка есть, которая воняет. Я не знаю, для чего она. Давай попробуем ее взять, а вдруг это может пригодиться. Во имя Вуду-Дуду, что это? Ну зачем ты ее кладешь, таскай с собой? Здорово, Алёха. Прям второй раз я подбираю этот бутылек. Они говорят, что он воняет, но не берут его с собой. Почему? Может, он наоборот... О, здрасте. Может, он наоборот привлекает, как бы, или отталкивает этих животных, ну, мутантов, животными их не назвать особо. Кстати, Милаха не смогла открыть эту дверь, по-моему, она, я особо не пыталась-то. А. Когти. Чик. Зафотали. Блин, может еще по лагерю где-нибудь здесь вот по домикам пройтись быстренько. Ой, карты есть тут и все. Можно много полезного походу найти. Ну как полезно? Вот там вот где Милаха у нас тусила в этом домике. Можно, по-моему, там дверь она должна оставить открытой, и туда можно войти. Это домик, по-моему, то ли первый отсюда, то ли вот тут. Первый. Сейчас посмотрим. Может быть, они что-то не взяли. Тихо. Это что такое красное? Ну давай, Прохор, не дергайся. Ходи и бери. Ладно. Тоже пусто. Все, тупик. Ну вот. Вот, что-то можно взять. Понятно. Я это уже брал газету. Дверь скрипнула. Все остальные домики закрыты. Возле третьего, по-моему, я находил магнитофончик. Вот. А, возле второго. Давай его возьмем. А так больше там ничего такого интересного и не было. Просил же детей быть осторожнее. Он в три раза старше них. Ну да, еще на аудиокассетах. Что а вот это, делаю? Наверное, было зря. Зачем он его включил? Ладно, будем надеяться. Ну, в принципе, вот эти вот мутанты нас по-любому уже спалили, то, что мы тут ходим. Так что включение магнитофона особо не повлияло на развитие. А где кофейник, кстати? Эй, а вот он. Блять, в его появлении, по-моему, есть что-то зловещее. Куда он взялся вообще? Шли. Все норм?
Так, неуверенность. Я быстро. Уверенность. Порядок. Ну давай уверенность. Порядок. Не надо тут паранойю разводить. Не знаю, при таких замесах надо с ноги выносить двери, по-моему. А, блин, ну и помойка, а. Есть бензопила. Когда я приезжал сюда... Я бы еще горсточку ключей с собой взял, если что, этими гаечными ключами в голову кидаться. Почему бы нет? Все еле чихало. Рубка простаивала годами, и у меня ушла куча времени, чтобы все тут убрать и заставить работать. Мне жаль, если ты разочарован. Но я вгрохал в это много сил. Ладно, ясно? Ладно. Надо настроить. Вот так. Там еще куча полезных предметов валяется. Отсюда можно что-то взять? Нужно. Инструменты? Нет. Да ладно. Мистеру Хэ негде было их хранить. И поэтому он разрешил расчистить станцию. Ясно. Серьезно, они сейчас могут подохнуть в ближайшие 20 минут, а он типа говорит, что нельзя инструменты брать. Ну, типа не трогай. Это начальника лагеря. Дебилы. И какой тут сигнал? Радиорубка нужна только для трансляции на территории лагеря. Простые штуки. Объявления и все такое. Но... Радиус где-то миля. Прежде чем в эту радиорубку, рискуя жизнью, идти, они должны это дело были, по-моему, обсудить между собой заранее, еще до похода, как далеко вещает радиорубка и что мы можем там поймать либо передать, как бы. Нет, они сначала приперлись, а потом решили обсудить, что, какая польза будет с этого похода. Ай, блин. Ладно, пренебрежение. Вряд ли это поможет. Интерес, откуда ты про это знаешь? Ну, интерес, откуда ты про это знаешь, он про это знает, потому что он там работает. Ну, как бы, занимается объявлениями. Пренебрежение. Вряд ли это поможет. Блин, ну пренебрежение мне тоже не устраивает. Ну, не надо их ругать между собой. Ладно, давай, интерес. Откуда ты все это знаешь? Нахватался всякого. Мне эти технологии всегда давались со скрипом, если честно. Ну, я могу показать, как и что. Дашь урок? Это не сложнее, чем на велике. Тогда заметано. Так, короче, эту штуку надо слегка подстегнуть. Так и давайте, да. Вот они тупят. Сборник. Я что-то обсуждают. Выглядит не очень, но попробуем. И вот усилитель сигнала уже хорошо. Прям связаться с кем-нибудь? Ну, тут связь не двусторонняя, так что мы что-то скажем, но дальше придется переключиться на прием и ждать, отправит ли кто-нибудь ответ. Это, конечно, маловероятно, но... Ну, это лучше, чем ничего. Так. По-моему, они очень быстро идею с телефоном туда забросили, раз уж так. Телефон не работает, трубку положили. Один раз они попытались вообще хоть как-то с телефоном попытаться. Может быть, провод какой-то элементарно отошел, телефон-то не новый. Сразу же отбросили идею насчет домашнего телефона и пошли черт знает куда, к черту на кулички вообще. Просто пошли, рискуя жизнью, в радиорубку, которая вещает еще непонятно как, и то в одну сторону. Блин, ну что, зачем они себе усложняют жизнь? И что мне сказать? Лишь бы звучало убедительно. Окей. Давай. Привет! Как дела? Слушайте, нам нужна помощь. Это мы, вожатые в летнем лагере Хэкетс Квори. И тут было жуткое происшествие. Атака! Все очень плохо здесь. Помогите нам. У нас тут рой медведей, и они повсюду. А еще охотники, и они стреляют в медведей, но еще и в нас. И это херово.
Наши друзья ранены, и нам очень нужна помощь. Так что вот, тут злобные медведи, и мы не знаем, что делать. Прошу вас, выручайте. Сос, это суперсрочно. Она на него смотрит, как на говно просто. Пожалуйста, если вы слышите, помогите. Заткнись, мужик, уже, все, заткнись. Нормально? Комментатор хера. Прости, рой медведей? Рой медведей. Косяк медведей. Косяк же вроде у птиц. Охренеть. Ладно, теперь надо переключиться на прием и подождать, будет ли ответ. Да, хорошо. Ты займись этим, а я осмотрюсь. Да, давай. Ищите оружие. Блин, там лежит здоровенная бензопила. Что мешает? Вон тут они уже окружают вас. Ты, может, от окна-то отойдешь, нет? Слушай. Стоит, смотрит на мутанта. Что? Он про коттедж? Помолчи, стоп. Два парня у радиорубки у домов. Еще одна пара не обнаружена. Они поймали в одну волну реднеков. Отбой. Отбой. Только очень плохая связь. Так, заверение. Возможно, они не про нас. Тревога. Это точно про нас. Тревога. Твою мать, они говорят про нас. Блять, какого хера? Ну как? Мы все выболтали по сраному радио! Блять! Так... Ну а как он хотел еще? Они знают, где мы. Надо уходить. Надо успокоиться, ладно? Давай найдем Кейтлин и остальных, да? Как давай. Быстро Прохор перешел на панику вообще. Блядь, чего? Ты чего не сказал, что там кто-то есть? Деревянная дверь поможет. Ну, пока малолетки не дохнут, но то, что вот вчера двоих покоцали когтями, по-моему, они мутантами потихонечку становятся. Остальные пока живы. Короче, он взял, закрыл дверь и думает, что деревянная дверь ему поможет. Это странно вообще. Так, агрессия, пошел ты, извинения, я не был уверен. Ну давай, извинения, че. Я не был уверен, чувак. Блять, что это было? Без понятия. А дробовик тебе не мешает за спиной? И никто не ломится вообще. Почему монстры не нападают? По идее, он должен вынести окно и сожрать обоих. Вот и все. Это медведь? Да, медведь на крыше. С баяном сразу. Ой, блин. Ну только не задумай в крышу стрелять, это будет так тупо. Держи просто на мушке. Так, не стреляем. Пусть упадет. Может свалится даже, я не знаю. Пока чем меньше шумим, тем что лучше. Это кто это? А вот на окошко бы я нацелился. Хотя вот эта вот дверь у них деревянная, с какими-то пососными этими стельками, по-моему, тоже особо доверия не вызывает. А патроны могут закончиться запросто, если в крышу шмалять с дробаша. Так да, тут вообще логика как бы у них просто железная. Он стоит возле окна, смотрит на мутанта и просто смотрит на него. И не отходит от окна, он просто посмотрел и пошел базарить с этим, с Прохором. Что вообще? Прохор открывает дверь на него, мутант. Нападает. Он просто дверь закрыл. И все. И спрятался за кофейника. Зачем им дробовик? Они бы. Ну, я бы как минимум на их месте, как минимум, в дробовике бы два патрона оставил, чтобы по головам рассовать. И все. И к чему это? Так они с телефоном тоже тут недавно начудили. Они просто подняли трубку. Все, телефон не работает. Ну ладно, пошли тогда в другое место по радио вызывать помощь.
Хоть бы подергали какой-нибудь провод там, я не знаю, хоть как-то, блин, задались бы целью, вдруг телефон можно было починить. Кретины, блин. У них там бензопила лежит. Что? Кейтлин, Эбби и Ник, я их вижу. Вот черт. И идут к нам, надо их предупредить. По громкой связи. Отсюда, да? Окей. Да, скажем им спрятаться. Да. У них тут бутылки хотя бы есть, розочки можно сделать на крайняк. Сука! Говнище. Сука, говнище. Держи кнопку. Кейтлин, быстро бегите в здание, не ходите сюда. У радиорубки животное, срочно. Срочно в укрытие, бегом. Ладно. Хотя бы они в домик забежали. Готово. Путь обновлен, хотя я его не убирал, ну ладно. Вот вообще, блин, не могу присмотреться, но бензопилу я точно вижу. Болгарка есть, по-моему, ключи какие-то, фонарь. Что бутылок теперь? Куча пустых. Прохор, наверное, алкаш. Отчаяние, что мы можем сделать? Агрессия, убьем его. Ну давай, агрессия, не будем в панику вдаваться. Убьем его. Оружишко-то двухзарядное. Вряд ли ружье поможет. В смысле вряд ли? Мы его только что шокером мудохали и брызгали газовым баллончиком, и как бы все прокатывало. Но они, правда, не знают об этом, ну ладно. Так, волнение, есть еще идеи. Уверенность, как оно может не помочь? Ну вообще, да, сложно с дробовиком поспорить. Давай, уверенность. Как оно может не помочь? Ну, не знаю. Мне кажется, это глупая идея палить из ружья в какого-то неизвестного суперзверя. А что, а нам что, еще ты, что ты еще предлагаешь? Ну, если у него слух, как у собаки, типа, можно. Мы можем врубить зацикленный высокочастотный звук и оглушить его. Будет жутко больно, но... Ну, в принципе, хоть какая-то неплохая идея вроде. Ладно, вперед. По крайней мере, хотя бы звучит как идея. Ну, давай, Дилан, ну же. Не, ну если не поможет, то не поможет. Ну, хотя бы надо попытаться. Давай. А вот от окошечка бы я бы отошел стеклянного. Почти. Да, и слух как у собаки, глаз как у орла. Спокойствие, успокойся, неотложность скорее. Спокойствие, спокойствие. Эй, Дилан. Малыш, ну, только успокойся. Успокойся, ты справишься. Ладно. Потому что Прохор просто за полсекунды начинает в панику впадать. Ему не надо говорить какие-то вещи, которые его провоцируют на истерику, потому что он начинает сразу трястись и дергаться. И вести себя, соответственно, неадекватно. Поэтому чем меньше мы его провоцируем, тем лучше. Ну, он истеричка, короче. Чего-то тут не хватает, но... Но чего? Чего не хватает? Блять, это иди от окна, дурак. Вот срань. Он вырвал провод. Чини, я прикрою. Так он его вырвал снаружи, как чини-то? Ничего Боже, не понимаю. Скорее. Как он починит? Провод снаружи выдран. Хана. Что мне руку отстреливай. Режь руку! Отрезай! Отрезай! Стреляй в руку. Отчаяние, ты только держись, ужас, охуел. Так, давай, отчаяние. Черт! Ладно, ладно. Бензопила, пили руку. Пилите руку, Сеня, она золотая. Быстрее. Бензопила. Ты уверен?
Техасская резня бензопилой. Яви! А прикинь, нельзя заразиться. Чё, перетягивай ему руку, олень. Он сейчас застечёт кровью. Провод, хватай его, хватай. Что? Провод. Та штука. Есть. Воткни, воткни туда. Давитель. Прикинь, он бы ему не ту руку отпилил. Или просто отпилил, но не в том месте, его кусали чуть выше. А он взял ему кисть, отхерачил. Жесть вообще. Чё, перетягивай руку. Какой провод, вы о чём? Что делать? Кнопка, кнопка! Что делать-то? О, динамику, пизда. Тут в твоей руке, пизда, идиот. Получилось. Чувак, ты крут. А он не должен вырубиться, допустим? Нет? Все нормально? Бля, они получают такие увечья, им похер вообще. Бля, моя рука! Точно, да. О, господи. Пилите вторую. Держись. Руку. Зачем ты это сделал? Ты сам сказал. А, черт, первого я придумал. Бля. Так. Зачем ты это сделал? Серьезно? Он же сам сказал ему пилить. А, все, он уже стоит. Ему только что руку отчекрыжили. Бля, я вообще не понимаю. А, тут реднек отстрелил себе палец, даже особо не пикнул. Просто повернулся и пошел. Как бы... У них что? Ну, они не чувствуют боли или как? Он этому тоже руку отрезали, ему похер вообще. А как же количество крови, вытекаемое из туловки этого кретина? Ее же надо пережать чем-то, я не знаю, это же артерии, это же, блядь, суставы, мышцы, да все тут вместе. Блядь, ты, чувак, конечности лишился. Все нормально, он стоит. Другому тоже артерию на ноге четырехглавой, ну вот этот, на ляжке ему артерия, короче, где четырехглавая мышца, вот этому косматому, который мутирует, ему порезали артерию. Вот этот кофейник, ему 4 секунды на рану надавил, все нормально, этот уже ходит на руку, на ногу наступает, ему даже костыли никакие не нужны, ничего, ни точки опоры никакой, и вообще по барабану, он уже наступает, так прихрамывает чуть-чуть, да и все. То, что ему там артерию шить надо, так не важно, и так сойдет. Даже жгутом каком-то, каким-то не перетянули, жесть вообще. Так, неуверенность. Я не знаю, заверение тут безопасно. Ну, тут безопасно, я думаю. Думаю, тут безопасно. Охотник напал на нас. А вот черт. Нам пришлось бежать. Думаю, мы оторвались от них. Помощь позвали? Вроде бы. Класс. Да, подумаешь, кисти нет, да и все. Что там у вас стрясло? Боже, Дилан, что с тобой? Я в норме, я... Ну, нет. Да, он, видишь, он в норме. Уже не болит. Так, его даже не больно. Ох, ну нихера себе! Его не качает от потери крови. Зверь так? Нет. Они вот тряпочку три раза вот так вокруг руки обмотали, все нормально, и ничего не течет. Блять, как это работает, я не знаю. Ай, блядь. Ну, типа того. Директор застрелился. Потеряла. Нам один из соседей заглянул. Что за чёрт? Да, но там все равно через она жопу работает. Опа, это кто? Metal Gear Solid? Это Снейк? Это вообще кто такая? Кто это? Пойдем за ней. Почему у нее глаза не хватает? Какого-то персонажа нового ввели. Короче, Милаха и вот этот чел, они, по-моему, мутанты потихоньку становятся. Только Милахе мало досталось, она там что-то была чуть-чуть покоцана. А вот этого хорошо дернули, и он как-то вообще весь бледный. Черт, Дилан, что это? Кто-то кверху жопой всплыл.
Кто это? Кого-то в басике грохнули. Только жопа мелькает. И грустная музыка. Трунь, трунь. Кого-то убили в бассейне. Где вы были, когда мы убивали людей в бассейнах? Трунь, 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 трунь. А кто это был вообще? Что происходит? Какая-то баба подбежала, выстрел. Кто-то там, и все. И кто, и что, и все. Мне за прошлый стрим 7 этих, 7 авторок прилетело. За музяку. Кто в басике-то плавал, интересно? Тем более ночью. Тем более в трусах. Вот и ты! О, а вот и ты. Амир был избавлен от одной из тварей. Посмотрим еще раз. Ну да. Я просто монетизацию на этот видос закрыл, да и все. Ничем не стеснённый, ни вашим, ни нашим. Словно тень, оторванная от телесной оболочки. Немедленно действуй, а то демон сорвется с цепи. Он живет в каждом, даже в тех, кто чист сердцем и читает молитвы на ночь. Эрмит. Перед нами отшельник. Карта, что означает изоляцию, одиночество. Но раздумье тоже. Возможно, размыслив немного, отшельник все-таки выведет тебя на безопасную тропу. Но это зависит от твоих действий. И только. Ну да, если мы еще кого-нибудь из команды не будем расчленять... Я хочу показать больше. Ты не против? Каким глазом ты хочешь на меня посмотреть? Так, отказаться, увидеть больше. Да давай, давай, увидеть больше. Я думаю, тут особо спойлеров не хапнешь. Два фрагмента будущего. И лишь один я могу показать тебе. Ну, выбирай. Ну, давай дьявола возьмем, наверное. Да, дьявол давай. Что-то там плохое такое. Но он мутировал. И кому-то отрезали милахи. Мы все так часто беспокоимся о будущем. Не ужасники. Life is Strange. Тоже про каких-то там девочек няшных. Это вот есть такая игра. Что еще? Короче, их немного. Ну, тот же самый этот, как его, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. Это вот тоже игровые фильмы, не ужасы. Так, значит, у нас показали, если я правильно понял, нам показали то, что вот этот потлатый, у которого нога порезана, может милахи мутировать и милахи башку оторвать, кстати. Запоминаем. Что забываем о тайнах, которые лежат в прошлом? Ты забываешь глаза сфокусировать. У нее, короче, глаза, как у хамелеона, крутятся в разные стороны. Итак, я понял. До свидания. До свидания. Я жду. Хамелеон. Возвращайся. Бабка-хамелеон. Угу, лес хэкетов 22:30. Слушай, это почти то же самое время. Молитва перед сном. Блять, это когда-нибудь оденется, не? Эмма! Ну, хотя бы ему рожу намазали кровью. Это уже хорошо. Черт! Черт! Это бабка была, вот. Бабка-хамелеон. Блядь. Сейчас. В ночнушке она тут бегает. Джейкоб говорит. Эмма, это ты? Да? Иди посмотри. А, нет, я думал, это та же дорога, короче, которая, если бы у нас Эмма пошла... Ну ладно. Отпуститься никак. Это невидимая преграда. Понял, принял. Шли тогда. Шли тогда по ступенькам. Спину, кстати, он себе тоже ободрал.
щипет, наверное. То есть мне кругуля просто надо дать? Блин, тут лучше не нырять. Да ладно. Бля, я думал нырнуть, как раз тут камни. Ебать, ему бы Нобеля, правда. За гениальность. Сейчас в обход немножко надо будет обойти. Блин, херово дело. Вот дерьмо. Это след Реднека, что ли? Очень большой размер игры. Ой, блядь. Большой размер обуви. Афотик. Не работает. Он, наверное, водой залит. Вдруг они что есть? Скорее всего. Пригодится потом как доказательство. Мы не зря тут тоже всякую эту дичь фоткаем. И мутантов, и так далее. Не знаю, может быть, перед копами потом будет чем отмазаться. И типа надо, чем больше доказательств, тем лучше. Надо вон туда пройти. Все, тупик. Может быть, во-во-во. Справедливость. Карта нашлась. А еще дальше можно зайти? Он так топает, как будто пол деревянный. Ну, тут все уже. Ну, в принципе, это игры-то не про лут тут. Если что-то нашел раз в 20 минут, то слава богу. Куда он вообще направляется, интересно? А, за бабой, вот, она же сюда приземлилась, кстати. Она сейчас на лебедке съехала на тарзанке. Ехала от монстра, и вот здесь она должна была где-то приземлиться. Че, он рот открыл? Да, блядь, Эмма! Да чтоб тебя! Испуг, ты меня пугаешь, облегчение. Ну давай облегчение, конечно. Охренеть! Я так рад видеть тебя. На-ка, в пердак тебе. Черт возьми. Ты бросил меня там, урод. Вот, правильно, заслуженно. Эва, ты чё? Заслуженно. Заслуженно двинули. Что тут происходит? Я не знаю. Там какой-то медведь напал на Ника и Эбби. Да, и на меня. Но это был точно не медведь. Что? Кто? Где? Как? Что, кто, где? Извини, я просто... Что у них с диалогами? Рад, что ты цела. Да, но чудом. Монстр, который на меня напал, был... Кто? О чем ты, Эмма? Был как из фильма ужасов. Ладно. Это, наверное, был медведь. Мы типа его разозлили. Ты что, дебил? Ты прекрасно знаешь, что это не медведь. Нет, ты права, права. А еще эти сраные охотники. Буквально на каждом шагу. Все очень круто. Ну, с монстрами они, кстати, вообще не запарились. Они просто таких же сделали, как в Until Dawn были монстры. Вот и все. Тоже длинные, худые. Ну, не конечности такие длинные. Ничего это не изменили. Это их рук дело. Столько крови. Да, но это не моя. Да. Тот еще запашок. Без обид. Это кровь монстров, наверное. Ладно. Ладно, надо валить из этого леса. Что? Серьезно, что ли? Знаешь, Джейкоб, ты не обязан всегда вести себя как мудак. А, извинения, блин, извини, защита. Эй, я пытаюсь нас спасти. Ну давай извиняться. Черт, ладно, знаешь что? Да.
Да, ты права. Прости. О, как ты достал. Охренеть, слушай, давай без этого. Очень прошу, я рванул за тобой, как только узнал, что тут какая-то тварь. Или твари, их много. Но она все равно недовольна осталась, ну ладно. Да-да-да, кто-то рядом. Бежим! Приготовились. Почему он зигзагами бежит? Джейкоб! Прости! Ах ты падла, а чё он тёлку-то не спас? В смысле прости? Чёрт! Спрятаться, бежать. Давай спрятаться. Надо от бабы далеко не уходить, я так думаю. Только не перди. Я не думаю, что у этих монстров хорошее зрение, скорее они по слуху. Да, они только слышат нас. Тоже, в принципе, бежать от них особо не вариант, потому что он просто быстрее тебя. Это как оборотни какие-то. И он все равно побежал. Ты кретин, что ли? Интересно, а что с бабой происходит? Она же упала там. А вдруг у нее перелом позвоночника вообще? Капканы. Ну давай аккуратно между капканов. Черт. Сука, блять! Черт, Ты, блин, совсем конченый дебил, а? Открыть? Зачем дергать-то? Сука. Это ж капкан. Сука. Поменьше, поменьше кричать надо. Когда там был выбор козырный, дернуть. Ну точно. Заслуженно опять он словил по щам. Ну потому что вообще не очень. Бабу, короче говоря, кинул. Сам в капкан еще наступил, как придурок. Так, время 11. Вот, мы сейчас хотя бы узнаем, кто там в бассейне-то купался все-таки. Кто вообще? Это женщина. Кто? Кто тут остался еще? Она заодно с охотниками? Не думаю. Сочувствие, ты как? Надо что-то сделать. Блин, ну давай благоразумие. Надо что делать? Ничего, она мертва. А, в смысле, с телом? Ну да, вы еще копать начнете совками детскими. Дочь мистера Хэ? Она вроде уехала домой. Кейли. Да. Почему мы ее все время не видели? О, блин. Бедняжка. Ник! Ты так пахнешь. Да. Косматый мутирует. Вмешаться. Эй, дружок, сбавь-ка обороты, а? Съеби, Кейтлин. Ого. Косматова стрелять надо. Ник, ты что? Так бы и съел. Эй! Сносите ему башку. Иди сюда. Ник, ты чего? Надо его отстань! В этом же бассейне похоронить. Берегись! Да отстань! Ник?
А чё, вода противопоказана, что ли? Эй, ты как? Он приставал! Нет, чел! Успокойте, Эбби. Мы ему не будем помогать. Эй, тихо. Он мутант. Держу, держу. Эбби ценит вашу поддержку, хорошо? Я не знаю. Но этого челика уже все можно заворачивать. Он замерз. Хотя, может быть, если он помоется, то норм. Ну, его колбасит. Дом у бассейна. Через полчаса. Бля, прости. Но вид у него явно нездоровый. Я бы его на мушке держал. Хватит дергаться. Рана вроде чистая. Крови нет. Откуда она знает то, что рана чистая? Так, это все, что было в медпункте. О, кайф. Молись, чтобы мы нашли врача, пока они действуют. Нам надо фиксировать все, что тут происходит. Для копов. Ну, это да. У них будут вопросы про труп в бассейне. По возможности. Полегче. Нужны фотки всего подряд. У меня такое чувство, что копы нам в жизни не поверят, если у нас не будет доказательств. Хорошо. Если есть телефон и вы что-то видите, фоткайте или снимайте видос. Ну это мне уже говорили. Еще в обучении был. Ты там как, Эбби? Может, пока поищешь что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее? Угу. Надо оборотня стеречь. Кинули его на пол. Блин, они положили ему 3 полотенца под голову, но положили его все равно на пол. Пол-то холодный так-то. Возьмите, блин, 2 положите полотенца. И одним накройте, что ли. Ну ладно. Давай перерыв сейчас сделаем. Сейчас я через 2 минуты подойду.
Поехали. Так, чего-то передвигаться куда-то надо. Ну, давай к этому подойдем для начала. Вот, лучше. Спасибо. То есть ему достаточно было искупаться, чтобы не мутировать? Косоглазие так и не вылечилось. Ну не факт вообще то, что эта мутация будет хоть как-то проходить. Может быть и руку зря оттяпали Прохору. Сортиры все пустые, короче. Так, а где Калиб? Надя на улике фотографии отдыхающих. Калиб это кто? Что они втроем сидят? О, там ружье. Не знаю, в целях сохранения можно было бы подальше от окон ходить. Так побыстрее. Подожди, я еще не вышел отсюда. О, бери. Карта есть. Я бы какого-нибудь мутанта в одну бы из душевых засунул. Такая большая душевая и всего два шкафчика. Одна улитка. Собака изменилась всего за 12 часов. Взяла бы с собой. У нее рюкзачок есть. А, уже нету. С этим парнем что-то не так. Согласен. Ему хреново. Видели, как он психанул там в воде? Да, он был как... как рыба на берегу. Да? Да. Они воды боятся, по-любому. Я заметила кое-что, когда промывала его раны. В коттедже. Ты о чем? Он был весь в крови, но я не нашла следов укуса. Или ран, ничего. А он все крутился, как будто не хотел, чтобы я смотрела. Бешенство? На людей не бросается. Эбби с тобой поспорит. Да. Вроде аквафобия симптом бешенства? Нет. Гидрофобия, да. Но это вроде бы страх пить жидкость, а не намокнуть. А он был... как мой кот в ванне. Да. Полить его еще водой. Эбби. Да? Можно вопрос? Конечно. Я тебе нравлюсь? Агрессия, не знаю, что с тобой происходит. И спокойствие. Мне очень нравилось общаться с тобой. Ну давай спокойствие. Привет. Как думаешь, работа расклейщиком объявлений Билайн по подъездам тяжелая? Минимум в день нужно обойти 35 подъездов и этажах. Да, я думаю, это тяжелая работа, потому что я однажды, давно еще, когда нам, блин, наверное, лет 13 было, мы разносили счета мегафоновские юридическим и физическим лицам. Вот, и просто устаешь вот это вот беготня с первого по пятый. Каждому в квартиру надо постучать, отдать счет, чтобы он расписался. Ну, вот раньше у нас так в городе мобильные счета получали эти. Ну, кто пользуется телефоном.
Так, ну давай, спокойствие. Ник. Пожалуйста, просто ответь. Мне очень нравилось общаться с тобой этим летом. Ты будто... 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 Что? Да его корежит всего, надо застрелить. Его пристрелить надо уже. Эбби. Что? Я хочу тебя спросить. Ладно. Давай. Почему я тебе не нравлюсь? Он прям лежит и агрессирует. По-моему, не очень это уместная тема в его-то положении. Ну вот смотри, 35 подъездов, то есть несколько домов надо обойти. Плюс еще наклеить. Ну это беготня, и как правило же такая работа не очень хорошо оплачивается. Копейки какие-нибудь заплатят. Если как подработка, то может быть. Но если как основная работа, то я бы не стал ее рассматривать. Хотя, ну знаешь, если вот совсем больше вариантов никаких нету, то любая работа сгодится. Так, сочувствие, ты мне нравишься, почти нет, ты другой. Давай сочувствие. Ник. Она няшная, нравишься, она правда? Должна сочувствовать. Нет, нет, я тебе совсем не нравлюсь. Ты чего? Скажи мне правду. Я и говорю правду. Боже, вот же мне везет. Что? Че он болтает? Ты не шибко умная, да? Дурочка Эбби. Ник. Подстилка. Влажная сучка. Это не ты. Ты другой. Я... Ни хрена, он ее долбанул. Эбби, ты цела? Охренеть. Стреляйте в него. У нее ружье рядом. Бери, бери ствол. Бери ствол, ему хана. О, у него шары как светятся. Вот в него мы точно шмальнем. Тут без разговоров. Иначе он ее убьет. Как тебе такое, урод? Поднимай еще ружье, стреляй в него. Не, никогда не вызывал на дом мастеров. Ну, как-то просил друзей, а то они помогали с компом. Ну, там что-нибудь переустановить, винду, допустим. Какую-нибудь железку продуть. Так, не, не вызывал. Так у нас этот, как у нас такого, по-моему... Ну, нет, есть, по-моему, каких-то пару организаций в городе, которым надо именно самому тащить. Комп там... какие-то гаджеты и так далее. Ты вот ему привозишь, оставляешь, он у тебя сначала это все дело проверяет, говорит, что неисправно, говорит, сколько это будет стоить починить, если ты согласен. Вот ты им платишь бабло, и он это делает. Потом забираешь. Других вариантов нету. Город маленький. Так, ладно. Напряженный момент. Ни хрена, он как взорвался просто в секунду. Очень, очень быстро он мутировал. Но хоть она осталась живая. Если бы я не выстрелил в него, то он бы у меня убил, это точно. Причем это видение было вот-вот, только недавно. Кострище Хакитскори. Почти полночь. О. Странно, почему костер не потух? Дождь идет. Я не совсем понял. Они бежали по деревянной этой.
по деревянному мостику, мостик сломался, и она упала на, ну, на спину. И что, она, получается, в ручей упала? И ее ручьем сюда принесло, что ли? Я сомневаюсь, что течение именно сюда ведет. Ой, ладно. Куда все подевались? Тут не всегда логика работает. Странно, почему костер не тухнет. Ладно. Так, значит, я вожатая в пустом лагере. Мы с друзьями у костра. Потом начался дождь. И тут еще монстры. Я пойду... Ощущение, что у нее какой-то полиэтилен на веках наклеен. Коттедж. Давай мы сначала осмотримся, вдруг что-то рядом можно будет найти. Ну вот, допустим. Зажигалка и немного этих... Последняя. Немного фейерверков. Скорее всего, они промокли, но будем надеяться, что нет. Сейчас я еще в палатку загляну. Хм. Страшилки Райана. Что пишут? Я и не знала, что детей это так пугает. Так себе из нас вожатые. Что, мы текста прочтем? Странно. Ну ладно. Вот, детское письмо домой. Ребенок, написавший это письмо, видимо, передумал и решил его не отправлять. В конце концов, история призраков всего лишь история. Это письмо связано с рисунком в доме у бассейна, но почему оно порвано? Возможно, история о призраках не такая уж и выдумка. Понял, принял. Чё, на пивка-то не бахнет, нет? Давай-ка вот здесь вот мы посмотрим что-то полезное. Арбузы. То ящик пиваса. Все, тут больше брать нечего. Давай тогда возвращаемся. Идем по прямой. В сторону ступенек. Слушай, от костра, по-моему, далековато этот лагерь расположен. Все, нас спасут. Сейчас надо будет убегать. Надо уходить. Но только в какую сторону? Тут она явно не поднимется, хотя... Что-то есть. Это из-за дождя. Ладно, и все эти... Все ступеньки размыло? Очень странно. Дождь идет, не затушил костер, но ступеньки размыл. Это как вообще? В какую сторону? Ладно, пойдем направо просто. Какая-то дорога приведет куда-нибудь. Как у них трубки не разряжаются, я вообще не понимаю. У них всегда одно и то же количество заряда на телефонах. Хотя они пользуются фонарями, снимают видео. Фотографии. Никто даже странно, что телефон не потерял. Нас так или иначе будет пасти это животное. Ну, мутант. А потом где-нибудь прыгнет, и мы будем бежать от него. Вообще ничего не происходит. Ну-ка, сюда можно пройти? Да, слушай, еще тропинка, которая делится еще на два. А нет, это тупиковая. Ну давай, давай. А здесь у нас поймали кепку. Он тут в трусах вниз башкой висел. Кстати, недалеко-то он от костра убежал. Почему его не слышали?
О, мы идем к дому, кстати. До дома не очень далеко осталось. Ну, так просто до него дойти не дадут. Очень жаль, что она эту бегать не умеет. Ну, а если бы мы этой дорогой шли, то... В принципе-то было бы то же самое. Эй-эй-эй, я не хочу туда спускаться. Ночью тут гораздо сложнее ориентироваться, чем днем. Да-да-да, нам к дому. Бля, взял касцену, запустил. Все-все-все, идем. Нам к дому. Только получается, если бы я пошел по верху, я бы то же самое увидел, но только с другой бы стороны. А так, ну, ничего не поменялось. Опа. Бежимте, бежимте. Шш, Бобби. Нет, не надо. А? Один укус и... Сам знаешь. Роднеки тут. О, поймали уже одного. Я такого еще не делал, пап. Горло ему вскрывайте. Набирайте крови. Давай не будем бежать. Потому что чем ближе мы к роднекам, тем безопаснее. Сраные детки. Сын, что? Эй, ты! Хорош ёрзать! Дай шприц. Куснули её, па. Откуда мне знать? Я не знаю. Дай гляну. Нет. А ну, отвали от меня! Видела, деда пнула. Если бы она убежала, животное бы побежало за ней. Ну, вот мутанта. Давай, давай! Зачем эти? Зачем она сейчас да. их сжигает? Ну, взяла, разозлила старика. Но у них сейчас там свои проблемы. Кейтлин! Двери запри. Эбби! Что-то не так. Да ладно. Эбби! Райан! Угу, из дома можно насквозь выйти. Да не заведется она. Бегунок трамблера не поставили на место. А вот на машину напасть могут запросто. И скорее всего так и будет. Дома бассейна полночь. Не убила. Я убила его. Не убила. Мертвецы обычно не прыгают в окно и не убегают в лес. Волнение, не понимаю, заверение. Ты правильно поступила. Эбби, он хотел напасть. Ты защищалась. Я в этом не уверена. Точно. Нет. Нет. Или ты, или он. И, ну,
это был не наш ник. Это просто пиздец. О, эй! О, черт. Ружье же было в другой стороне. Крис Хэкет, я не знаю. А, это сын хозяина. Подозрение, кто там? Испуг, уходи. Подозрение. Кто там? Помогите. Прошу. Кто ты? Ну, обзовись, это чудовище. Это Лора Кирни. И? Это которая... Отпустите меня, тут опасно. Это да, которая на Солида Снейка похожа. Людей убивает. Я не убиваю людей. Охренеть, ты... Лора Кирни. Ты Лора Кирни? Да. Ты должна была работать... помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, ну... Макс. Да, Макс. Да-да-да-да-да. Мистер Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Я думаю, мы должны ее выслушать. Внутри. Ну, да, я тоже так думаю. Если она хоть как-то к медицине отношение имеет, я думаю, она будет полезна. Интерес, я открою дверь, подозрение ей не верен. Да, интерес, откроем дверь. Ладно, я открою дверь. Медленно. Не опускай руки. Все верно. Это женщина из «Убить Билла», по-моему, была. Ай. Опять хамелеон. Мы снова здесь. Лишь ты и я. Давай-ка еще разок взглянем на твои находки. Две карты я нашел. Справедливость. Око за око. Может, не в прямом смысле, но причина и следствие. Действие и результат. Во всем есть баланс, и каждый из нас помогает поддерживать равновесие. Так ведь? Я валяюсь вообще с ее зрения просто. Луна, как уместно. Именно этой ночью взять свой страх и волнение и обратить их в интуицию. Если сумеешь и все спланируешь, это может спасти тебе жизнь. Скажи мне, хочешь ли ты увидеть одно из событий, которое может произойти? Ну, давай-ка. Ну, решай же. Справедливость возьмем. Просто всегда будем первое брать. Не факт, что оно вообще произойдет. Кто-то с одним глазом будет стрелять. Ну, кого-то. Ступай. Все, кыш. Минус одна тварь. Разве это не прекрасно? Так там неизвестно, сколько их вообще. Их может быть и десятки вообще. Дело не в количестве тварей. Фишка в том, что вот это, то, что мне сейчас показали, не особо оно так, поможет. Груз прошлого, глава 7. Почему вы не приехали? Где вы были 2 месяца? Мы приехали. Чуть раньше. А, так это с перемотанным глазом, это та, которая в прологе была, которую этот очкарик, которая с рыжиком была, вот с рыжим, ту девку, которую в шею долбанули этим, со шприца, полицейский. Ну и хрена вы ее покоцали, кстати, вообще было не узнать. Это была ошибкой. Не, она тут давно, судя по всему. Неожиданно поворот. 3.27. Я думал, кстати, она уже умерла. Раз повязкой. А кто это? А это мне продолжение пролога, что ли, показывают? Да. Mm.
Да, это продолжение пролога. Вот с кем она ехала. И он начинает превращаться уже. Позвать. Макс. Эй. Вот так. Давай. Заходи. Шевелись. А полицейского и показали то, что он прямо это агрессивно на нас настроен, но, по-моему, он только к лучшему делает. Или нет? Рыжий, по-моему, мутировал. Потому что только так они взрываются. У них мутация как-то взрывами происходит. Чёртовы дети. Скорее всего, он успел его приковать просто. Как она глаза тогда лишилась? 9 утра. Следующий день. Что вы с ним сделали? Тихо. Нельзя же! Заткнись! Ты на допросе. Здесь я спрашиваю. Хочу допрашивать, она особо не видела это ничего. Имя. Лора Кирни, злость. Ну, давай. Лора Кирни. Не будем брыкаться. Он все равно нас не отпустит. Кто твой спутник? Кем тебе приходится? Макс Бринли, он мой парень. Куда вы вчера ехали? В лагерь Хэкетс Квори, вы же знаете, что вы сделали с Максом? Нет. Здесь я спрашиваю, а ты отвечаешь. Окей. Я ни хрена не скажу, ладно. Да, чтобы не затягивать диалог, прям на все его вопросы спокойно отвечаем, не дергаясь, и тогда хоть как-то будет прогресс. Спрашивайте. О, что ж. Он начнет бить просто, наверное. Зачем вы ехали в Хэкетс Куори? Мы с Максом вожатые. Брехня. Вожатые приедут сегодня. Я говорила, мы приехали раньше и сразу двинули в лагерь. А почему не в мотель, как я сказал? Потому что лагерь был куда ближе, и денег нет. Угу. Раздражение. Значок шерифа мало что значит. Заинтригованность. Ладно, шериф. Давай заинтригованность. Ладно, шериф. Если он шериф вообще. Стоп. Хэкет? Как Крис Хэкет? Это его брательник. Это брат начальника. Что за херня тут творится? Ты даже не представляешь. Понятия не имеешь. Вы только что угодили в первосортное, ароматное, космических масштабов дерьмо, леди. И вам остается закрыть рты и делать, что я скажу. Это ясно? Ну так они не виноваты в этом. Мольба, хватит запугивать меня, злость, хватит нести хер... Ну давай мольба. Прошу. Прошу. Хватит запугивать меня. Скажите, что тут происходит. Макс. Я просто правда не понимаю, в чем он меня подозревает. Вот, ее. Это просто какой-то бред. Макс мутировал твой. Что? Он пойдет показывать, что с Максом случилось. Ну, хоть спокойно отпустил. Не-не-не, не бросаемся. Не надо. Зачем мне еще драка с полицейским не хватало? Пошли. Эй! Эй, он живой. Пока что, по крайней мере. Урод! Но на нем ран никаких нету.
Объясни, что, блядь, происходит? Макс! Я с тобой говорю! А почему нет никаких ран на нем? Блядь! Там же был какой-то взрыв, когда полицейский оттащил его, ну, вот этого рыжего Макса. Он оттащил куда-то в сторону, был такой взрыв, когда они мутируют. А сейчас он все обратно вернулось. Трудный ли процесс андервольта видеокарты? А что это такое вообще? Я не знаю, о чем. Что такое андервольт видеокарты? Тревога, ты в порядке? Пренебрежение криками делу не поможешь. Ну давай, тревога. Надо спросить, Макс, как рыжик. Ты цел? Да. Ну, слегка дезориентирован. А так вроде в норме. Почему он... Да? Без порезов? С хера я голый. Что? Ну, на нас напали. Чё, снижение частоты видеокарты, чтобы понизить градус в видюхе, чтобы не сильно нагревалось. Угу, ишь ты. Не знаю, у меня просто... Я как-то замерял температуру, нормально. У меня если корпус сильно нагревается, то, скорее всего, вирусов каких-нибудь поймал, и я просто на антивирус проверяю, как бы, и все нормально, она остывает, и так не видел такого, что... Ну, не замечал, по крайней мере, с компом, что прям сильно видюха перегревалась, и надо какие-нибудь утилиты юзать, чтобы там как-то дополнительно ее охладить. А так, пока не сталкивался с подобным, то, что ты пишешь, этот Thunderbolt видеокарты, не встречал. Потом я пришел в себя в этой камере, а тебя нет. Ну, спасибо, что объяснил. Теперь ты снова тут, а я голый, и всюду кровь, и еще что-то. Вот, это он мутировал, мне кажется. Разочарование. Но делай, что ты мне расскажешь. Подозрение. Он пытался меня расколоть. А на что он пытался ее расколоть? Они же ничего такого не сделали. Ну давай разочарование. Я надеялась, что это ты мне расскажешь. Какие-то моменты я помню, но... В итоге полный бред. Да, точно. Как будто все в тумане. Нас чем-то накачали. Хоп! Да ладно! Кем он себя возомнил? Ну, очевидно, шерифом Нордкилла. Кого? Ну да. Да. Макс! Что? Ну ты хотя бы взглянул на карту. Хэкетс Кори в Нордкилле. Это город такой. О. И это еще не все. Я прочла имя на значке и... Это брат директора. Что-то они там все мутят. Никто ничего не рассказывает. Ну, хотя бы вещи принес. Оденься. Что он тебе дал? Ну, на неделю моды в Париже меня не позовут, это эй! Точно. Эй! Я что, разрешал болтать? Ну, спасибо, что хотя бы одежду принес. Уступка, простите, сэр, с сарказмом, не знала, что нужно разрешение. Ну, давай, уступка. Простите, будем молчать. Да ну. Макс? Не будем ругаться с полицейским. Кто ты и где моя девушка? Блин. Полицейский не ожидал этого. Он думал, что мы начнем брыкаться, ну, ругаться с ним. Вытяни руки. Живо. Сейчас ему хрясь дубинкой. За мной. Я думаю, что кто-то из них оборотень, но определенно непонятно, кто из них. Вперёд. Отвали, ну! Давай, двигай. Тут реально вот вся комната в крови. То есть был взрыв, была мутация у кого-то. Эй, но кто, кого из них? Хватит уже! Обеспокоенность оставьте. Вот твердость, успокойся, Макс. Давай твердость. Макс, успокойся, не надо его злить. Лора.
что с ней сделал? Тихо. Через час-другой, кстати, у нас первые признаки мутации появлялись на потлатом чуваке. А тут это даже не какое-то сопротивление не мог оказать. Возможно, он не мутант. Ну, не знаю. Пока не знаю. Поспать можно. Ложка. Серьезно? Что тут ложка делает гнутая? Кто-то подкоп копал? Ложка. И она ей никак не воспользуется. Сейчас, по-моему, в тюрьме гораздо безопаснее, чем еще где-либо. Ночь пришла, и Нордхилл засыпает. Волки жертву искать выбегают. Черви трупы жрут, шериф тут как тут. А карга под луной завывает. Угу. Этот стих выставляет шерифа Хэггита не в лучшем свете, и, возможно, это не первый раз, когда он посадил кого-то за решетку незаконно. Они специально тут провоцируют, чтобы ты думал плохо о полицейском, хотя он тут, я думаю, что только во благо все делает. Мне так кажется. Хотел бы, он бы уже давно там убивал и так далее. Это ложка, отковыренный кирпич, что это? Не выйдет. Мне нужен рычаг. Ложка, что ли? Надеюсь, она его обратно не берет в очередной раз. Это идея. Слава богу, догадалась. Должно получиться. Ну так и что? Вот она отковыряет один кирпич, а дальше что? А если там толщина стены три кирпича? А если больше? Кстати, эта стена на улицу, это несущая стена. По идее, она должна была вытащить этот кирпич и увидеть улицу. Но она же не сможет, даже при любом желании, она не сможет толщину в один кирпич пролезть. Тут надо кирпичей 20 убрать. Ну не 20, хотя бы 10. Все нормально, привели его. Кожа. Очень смешно. Жив, здоров, привели обратно. Как только выйдем отсюда, тебе конец, урод. Да. В тот же момент. Мы вам все расскажем, агрессия, что это значит. Давай не будем агрессивничать, нет, ну зачем? Стойте, мы вам все расскажем. Ну, нельзя же просто держать нас тут без всяких объяснений и ждать, что мы будем паиньками, так? Пойдите навстречу. Только рассказывать-то особо нечего. Предложить. Ну же. Рассказывать особо ну нечего. Же. Эй, не смей нас тут оставлять! Эй! Вернись! Ну понятно, правда, зачем он их держит? И как ей поможет один Черт! Вытащенный кирпич? Вот же, сучье вымя! И уже камера, кстати, чистая, уже крови не забрызганная. Кровь что, испарилась? Серьезность, ты в порядке, игривость, но как прошло? Давай, ты в порядке. Ну ты как? Просто ушиб. Заживет. Я имела в виду допрос. О! Да! Меня не сломить! Многие пытались, тщетно! Макс, я серьезно. Я не понимаю, что допрашивают полицейские. Они просто ехали, попали в аварию, и он их вытащил. Все. Что он там еще может у них спрашивать? Как они в подвал залезли и ничего там не увидели? Ну, тушу увидели и все. А что он еще их спрашивает? Я не понимаю. Допрос. Допрос чего? Он задал кучу вопросов. Очень странных вопросов о нас и типа, куда мы едем и зачем, и как я себя чувствую, и...
ХЗ. Ответы его явно не порадовали. Спросил, как ты себя чувствуешь? Да. А тебя нет? Нет. О, хам. Потому что ее не поцарапали. А его дам. Все, ложитесь спать, делать нечего. Но в этом плане тюрьма самое безопасное пока место в этой округе. Кстати, а ты видел его значок? Его зовут не детектив Мудозвон. Хекет. Шериф Хекет. Родственник Криса Хекета. Того самого Криса Хекета? Так, да. Это его брат. Кстати, кто это? Ну, мистер Хекет, начальник лагеря Хекет Сквори. Забыл? Блин. У меня все из башки вылетело. Но что это значит? А? Подстава? Да какая подстава-то? Может, тут банда похитителей вожатых? Ну? Ну, это ближе к истине, что? Наверное. Ну нет, нет. Так, задумчивость. Не слишком похож на похитителя или подозрение какая-то подстава? Ну давай задумчивость. Да, он не похож особо на похитителя. Не слишком похож на обычных... Почему в полицейском участке больше никого нету, кроме одного шерифа? В чем дело? Это что, блин, частный полицейский участок? Похитителя, но... На полицейского он тоже не похож. Да тебе-то откуда знать? Я просто хочу выбраться из этой дыры. Но не смогу, пока не пойму, за каким хреном нас сюда посадили. А если это нельзя понять? Что? Придется. Порой бред — это просто бред. И что? Будем торчать в этих камерах до конца жизни? Я вот правда что-то с кирпичом историю не понял. Ну ладно. Ободрение. Он не сможет держать нас тут вечно. И досада, взбодрись. Давай ободрение. Нет, не будем, Макс. Он не сможет держать нас тут вечно. Он, похоже, так не думает. Нельзя быть таким пессимистом. Взбодрись немного. Зачем? Почему бы не смириться? Нет, к черту. В принципе, как мы уже знаем, то что через полгода там, да, или сколько-то времени, она по-любому точно одна выберется. Правда, глаза одного лишится, но выберется. Нас уже проспойлерили, что у них будет впереди. Подумай об этом лете, Макс. Об учебе. Я мечтала стать ветеринаром с 5 лет. И не позволю этому вшивому ублюдку остановить меня. Он-то не особо позитивно настроен. Я буду учиться на ветеринара. А ты... Что? Что я? Ты будешь мутантом. Я видела письмо, Макс. О чем ты? Письмо с отказом. Из колледжа. Нашла его в твоей сумке. Ты рылась в моих вещах? Почему ты мне не сказал? Ну, стыдно было. Но у тебя ведь хорошие оценки и отличные эссе. Походу, этого мало. Твою мать. Ну, не поступил в один, поступит в другой. Что я должен тебе ответить? Не вижу проблем. Он же не виноват, что его не взяли. Так, сопереживание. Мне жаль, Макс, сарказм. Как насчет прости, что обманул? Давай сопереживание. Мне очень жаль, Макс. Это ужасно. Окей. Как выяснилось, может быть хуже. Прости. Зря не сказал. Ты ведь знаешь, что я на твоей стороне, да? Да. Да, все в порядке, что-то. Знаю. Макс ценит ваше сочувствие. Хорошо. Пусть ценит. Ладно, давай подумаем о том, как нам выбраться. Я в деле.
почему он их здесь держит? Что, с отъезда? С момента встречи с копом. Значит, после той аварии? Да, точно. Да, тогда-то и начались странности. Помнишь его реакцию, когда мы сказали, что чуть не сбили животное? Как будто он уже знал. Да. Да, это было странно. Вдруг он вообще не коп? Да, вдруг он мутант. В чем-то он замешан, но... Ну, типа, я могу предполагать такое, что он как бы может мутировать, а может не мутировать. Хотя как у него тогда одежда возвращается назад? Ну, типа, если он, допустим, рыжего оттащил в камеру, там быстренько замутировал, а потом обратно вещи свои вернул. Да нет, такого не может быть. Ой, пока не знаю, пока что-то путает меня. Мне кажется, он и правда коп. Мы же в участке. Это да, но тут больше никого. Угу, вот это странно, то, что никого больше в участке. Да, это пугает. Особенно эти два Хэкета. Небось, оба в этом замешаны. Да? У нас была встреча с Крисом в лагере, но там появилось какое-то нечто. И тут раз и коп. Дальше он за вами ехал. Я помню шаги и запах мокрой шерсти и... Собачий ошейник с именем Ян. Ян? Ян. Не думаю, что это собака, он был здоровый. Как человек, типа. Да, да, и он тебя как следует помял. Даже странно, что ты в порядке. Я ведь точно помню, как он вонзил в тебя клыки. Угу. Самая жесть в том, что на мне не царапины. Я думаю, что он заражен. Что? Так. Вопрос, он слишком было быстро все зажило. Заблудились? Не мы, а ты. Ну да, но до этого я сказал. Глянь на Луну, она огромная, и ее так хорошо видно в лесу. А ты, да, такая фигня бывает раз в месяц? Да, и что? Ну, вот, Луна полная. И? Типа все дело в Луне, что ли? Вдруг... Так, нет. Стоп. Мысли вслух, окей. Что если это был оборотень? Во время полнолуния они типа все обращаются, что ли? Ты что, Тщательно рехнулась? Оборотни, серьезно? Ну и бред. Что, чего смешного-то? Я сказала это же слово в слово. Так, а других идей что, не было? Зомби... НЛО. Вампиры из космоса. Так, агрессия. Райан, закрой рот, спокойствие, ищите ответы. Ну, давай спокойствие. Райан, да? Да. Нужны ответы? Они у меня есть. Слушай или иди нахер. Неплохо. Не такой уж это и бред, если что. Вспомни все, что мы видели. Ник... Та тварь на крыше. Вообще-то, это многое бы объяснило. Дилан. Я пытаюсь смотреть на это непредвзято, ясно? Ты же сам любишь байки о призраках. Это считать то же самое. Нет, это просто байки у костра. Тут должно быть разумное объяснение всему этому. Ясно? Да? А где было твое благоразумие в тот момент, когда ты отхерачил мне руку? Ты сам попросил. Но коли плоть твою пронзят клыки, то поспеши и ту конечность отсеки. Угу. Что-то отрезали. Ты молодец. Вот. У нее целый стих про это. Сталкивалась. Все серьезнее, чем кажется. А ее в глаз, видимо, ранили. Да слушайте меня. И она его себе вытащила. Верить или нет, мне плевать. Но дослушайте. Нас обратно в прошлое переносит? Прошло несколько недель. Да. Коп, конечно, кормил нас и отводил в душ, но в основном мы его не видели. Мы с Максом много говорили.
Все время обсуждали события той ночи. Пока луна, короче говоря, полнолуние не началось, он так их и держал, чтобы посмотреть, действительно ли он будет мутировать. Мне кажется, так. Обменивались теориями заговора. Говорили о копе, о лагере, об аварии, о лесе, о той твари в подвале, что случилось с Максом. Мы вспоминали все это снова и снова, но так и не смогли ничего понять. Но знали, что нужно валить оттуда. Ну, они, получается, месяц просидели как раз, ровно до полнолуния. Полицейский участок Нордкилла. 8, ну почти 9 часов. 12 июля. Я больше так не могу. Да ладно. В лагере та же бурда. Нет, ты не понимаешь, я больше не могу тут торчать. О! Ну это засада. Надо что-то делать, надо выбираться. Нам нужен план. Я в курсе. Но время идет. Придумаешь, скажи. А ты, кстати, мог бы мне и помочь, Макс? К тому времени она должна была уже несколько кирпичей вытащить. Что? Ну, знаешь, фигня. Я могу оказаться, мать его, оборотнем Мора. Не шуми ты. Так что, какой у нас план? Мы вместе убегаем в закат, а чуть позже я превращусь в жуткого монстра, убью тебя и съем, а потом убегу в закат один с твоей плотью между зубов. Ладно, хватит. Решаем проблемы по очереди. Мы ведь даже не знаем, правда ли это. И не узнаем, пока не выберемся отсюда, ясно? Окей. По-моему, у нас есть всего два варианта. Втереться к этому копу в доверие. Чтобы он нас выпустил? Или застать его врасплох и сбежать. Будет второй вариант. Мы будем заставлять его врасплох. Безрассудство. Мы должны бежать любопытством. Допустим, мы подружимся. Давай любопытство. Окей, так. Допустим, пойдем по сложному варианту. А дальше? Совместные завтраки по воскресеньям, пока он не поймет, что был неправ? Да я же не серьезно. Как с ним дружить-то? Он с нами почти не разговаривает. Вот именно. Не знаю, а вдруг получится? Думаю, он тянет время, чтобы сообразить, как от нас избавиться. К хренам. А может он смотрит, превратится кто-то из вас в оборотня или нет? Обреченность, придется нам бежать, оптимизм. Думаю, стоит давай оптимизм. Нам надо попробовать. Думаю, если бы он хотел, давно бы уже убил нас. Ну, так да. Чего он ждет? Он бы не кормить не стал. Слушай, если не выйдет, тогда мы сбежим, окей? Ага. Да. Так. Как с ним подружиться, если он не хочет говорить с нами? Не знаю. Должна быть какая-то слабость, какой-то ключик к нему. Ну, заведите разговор. Давай попробуем его найти. Да. Ага. Они сейчас будут убегать из тюрьмы, и Рыжик у нас мутирует. В оборотня. Та-дам. Эй, Робокоп! И убьет всех. Тебя можно так звать? Полицейского точно. Что? Нет. Только офицер Хэкет. Хэкет? То есть прямо как в Хэкет Сквори? Что с того? Да просто интересно. Мы тебя почти не знаем. Пусть так и будет. Окей? А, ну же, Робокоп, попустись. Почему б не скорешиться, а? Скорешиться с Робокопом. Здорово, Серег. Да нет, не все пропустил. Этот как у потлатый, который с милахой мутил, я в него выстрелил. Потом Прохору ему руку отрезали бензопилой. И вот сейчас он нам прошлое показывает. Так, понимание. Мы вели себя ужасно, и скепсис супер. Понимание. Ты прав. Мы вели себя ужасно и хотим загладить свою вину. Доставай мотовило, будем сосать. О! Шериф не поверил. Я все понял. Не выйдет. Думаете, мы станем друзьями, и я позволю вам уйти отсюда, да? Как бы не так. Козел! Макс!
И что, и все? Диалог никакого русла больше не поимеет? Знаем, что Макс оборотень! Полнолуние через пару дней, и что? Нет, мэм. Ничего вы не знаете. Но она правду сказала. Он аж повернулся, ну, остановился, по крайней мере. Живо! Снимай чертову одежду! Свали! А ну назад! О! Макс, что такое? А ну, отвали от него! Да все, он мутирует. Бабу выпускай. А этого отвали! На мушку. Садись. Спокойно. Хотела стать ветеринаром? Да, нормально, кстати. Вот мне, правда, пару эпизодов сейчас непонятно, зачем мне сейчас вот за эту бабу, когда управление перешло, к чему было вот этот кирпич вытаскивать, зачем, я не понимаю. Да, в принципе, все остальное понятно. Ничего такого. Да не, нормально. С нюансами, конечно. Но они тут реально иногда тупят. Типа телефон. Типа телефон чинить не стали, пошли в радиорубку, которая неизвестно как через жопу работает. Ну, такие вот нюансы, короче. Ну, это, в принципе, классика жанра. Такое должно быть в этих фильмах про подростков. Вот тебе практика. Отпусти! Ты не поверишь, пока не увидишь сама. Ну да. Она должна увидеть, как он мутирует. Просто попросить нельзя было, ублюдок? Блин. Не приближайся. Ти, ответь. Где вы сейчас? Это родники его вызывают. Черт. Почему в полицейском участке, правда, только один шериф? Буду через полчаса. Где остальные? На помощь звать смысла нету, это он с роднеками связывается. Закончу тут. Прием. Что произойдет? Ну. Она бы, если сейчас крикнула что-нибудь, пока он рацию держал, она бы просто затрещину получила бы, да и все. Скажем, ничего хорошего. Не бойся, к утру я вернусь. Ты что, бросишь меня тут? Да не бойся. Да, хорошо, не надо, без спойлеров. Не лезь. Надеюсь, я милаху не потеряю. А Патлата, я думаю, так и должен то, что в ногу ранения получить. Ну, он должен был превратиться в мутанта. Так что, по идее, я вроде пока никого не потерял. Потому что я когда за Патлатова играл, у меня там была только одна ошибка, это нереально, как бы. Он должен был стать мутантом. Хотя, может быть и нет. Так, расчетливость. Расскажи, как ты себя чувствуешь. Сочувствие, я рядом. Сочувствие. Не бойся, Макс, я рядом. Да. Правда, он уже плохо слышит, наверное, уже. Ты как? Я не знаю. Мне нехорошо. Я... Ну, видно, что ему не фонтан. Помочь. Мне жарко, а тебе? Ну, я сижу у этой здоровой трубы, так что да, не холодно. Не ну, они же типа пара, она должна близко. Ему сочувствовать. С этим я сейчас ничего поделать не могу. Да и он тоже не виноват, то, что оборотень превратился. Макс? О, поперло его. Они так странно мутируют. Как взрываются просто такое? Изнутри. А, ну... Тут же надо какая-то завязка должна быть. То, что тачку разбил, конечно, да. Ну так. Ой. Гайвер! Реально вспомнилась эта фигня. Там тоже в 90-х был такой фильм «Гайвер. Две части». И он там кричал «Гайвер», короче, и у него там их шеи вылетали, его эти доспехи. Вот. Ну, вообще один в один. Почему они взрываются? Макс!
Так он ее по глазу полосанул хорошенько. Нет, нет, нет. Она же была прикована. Вот тут сейчас я вообще не понял. Как так-то? Она же прикована была наручниками была. Треснул он ей по глазу и, наверное, когтями... Блять! Наверное, когтями он еще и трубу снес. Будем на это надеяться. Я просто не заметил, но... У меня других вариантов нету. Если... Ну, она как терминатор сейчас перебинтуется и все. А зачем ей ножницы? Ну да, странно, я говорю. Что ж, прощай глубинное зрение. А, уже у нее и эти какого, да? Зарубцевались, короче, и, ну, как бы. Все уже зажило и не кровит. Все отлично. И она приперлась обратно в камеру. Зачем? Посмотрим, что этот гребаный коп скрывает. Что, да, короче, он когтями задел трубу. Это раз. Он задел когтями трубу. Тут ничего не видно. Все в пыли, это в дыму. Мужчина наш. Все нормально. Оборотень. Тут делать нечего. Короче говоря, почему она обратно вернулась в клетку, посидела там и потом решила обратно встать и идти куда-то. Смотрим, говорит, что он скрывает. Ну, говорю, вот такие вот иногда, блин, действия у них. Очень странные, тупорылые какие-то. Прийти, перебинтоваться и потом уже идти обратно. Угу. Давай, наверное, как-то с участка выходить. О, карта. Открыл свою хату на Новый год, медвежатник. Зачем? Просто попасть не мог. Так. Какой-то факс. Что ты скрываешь, Трэвис? Доказательство найдено. Письмо предупреждения. Нажмите ЛБ, чтобы посмотреть. Давай. Письмо, рекомендующее создателям подкаста «Странное настоящее» прекратить свое расследование Хикетскори. Ага. То есть то, что у нас кофейник слушал этот подкаст, он типа был правдив. Ну, дверь будет закрыта. А, нет, слушай, дверь открыта. Подожди, а я могу выйти с ней? Нет, все. Это был путь в один конец. Энн Рэдклифф и Эдвард Бенсон. И кто это? Ну, пить надо меньше, чем могу сказать. Ох уж эти новогодние праздники. Кто это говорит? Это пропавшие люди, поздравляю. И прям у нас что, вот в полицейском участке будут все-все ответы на все вопросы? Они все у меня забрали. Убей их. Алло? Это бабка. Это бабка, которая хамелеон. У которой глаза в разные стороны. Это прям она говорила стопудово. А теперь никого. Короче, связь. Я не знаю, зачем им телефон, если они у них не работают. Половину даже игры не прошло. Подсказка, издевательство какое-то. Тут некоторые моменты затянуты прям. Какие-то действия бесполезные. Действия делаешь. Ну, в принципе, тут сюжет не шибко замученный. Как бы тут не надо... как у Линча там что-то додумывать 10 тысяч миллионов раз. Все очевидно. Есть оборотни, и надо как-то их мочить. Все.
Так, ну мне дали хотя бы выбраться отсюда. Значит, зашел я с той решетки. Давай вот здесь где-нибудь пройдем. Что ж, Стим еще по кабинетам. Закрыто. Что он прячет? Не, ну если будут какие-нибудь интересные сюжетные повороты, то я не против. Пока, в принципе, вот непонятно, что с полицейским. Чему он? Хотя, тоже понятно. В коопе, да, зачет. В коопе такие игры будут забавно. Да вообще любые игры в коопе. Ништяк. Мне кажется, мента в конце тоже замочат. Заперто. Не зря она такая в роли этой, как его. Все равно я не брошу Макса. В роли такой воительницы. Можно вернуться в камеру и ждать. Не зря она в образе такой воительницы прибежит обратно к этим, к пацанам, молодежи. Говорит, ждать можно вернуться. И чё мы там? Я уже там посидел, а смысл-то какой? Блин. Я просто, с ног валюсь. Просто пока не закончится полнолуние, просто подождать и все. Такое себе решение. Хотя, в принципе, она по сути в безопасности. В участке, по-моему, куда безопасней, чем где-то еще. А мамаша... Мамаша у них хамелеон. Значит, он родился в 1965-м. Да-да-да, как у Биг Босса. Я говорю, я как только ее увидел, я сначала не узнал, что это за баба, но я говорю, блин, она очень похожа на Солида Снейка. Прям вообще один в один. Тоже какая-то курточка камуфляжная, глаза одного нету, что-то там перемотанное все по стволом. Ботинки где-то армейские раздобыла. Все закрыто, во. Ходишь к двери, сначала кнопки нету, она попозже загорается. Ну, как хотите. Да тут нихера тут искать. Сейчас опять будут, скорее всего, информацию по чайной ложке выдавать. Кстати, это была последняя дверь. А он сам значок сделал. С его владельцем явно что-то случилось. Нихера он не коп. Найдена улика, сгоревший значок шерифа. А, сгоревший. Бля, я думал, это сделанное. Ну, как бы этот... как, типа формы, в которой вылит... Ну, вылит был значок. Ну, нет. Кстати, полицейский-то в курсе то, что у него пасется оборотень прямо в камере, и он куда-то уезжает. Тем более он отмечает, он целый месяц ждал это дело. День рождения. День рождения Бирс. Нужно прилечь. Да подожди ты ложиться. Он целый месяц ждал реально этого полнолуния, как бы, а потом жух и все. И взял, уехал. Задрот Metal Gear, есть все части, наверное, их прошел. Наверное, этим он меня и вырубил. Кроме Свита и Инес, ремейк которого вроде обещает. А вот оборотень в камере мент ушел, мистер ХЗ тоже свалил, что тут нечисто. Да что-то они все просто валят вообще на ровном месте, оставляя как бы, ну, людей в важных каких-то ситуациях. Если они хотят помочь, то зачем уезжать? Что директор, что полицейский, почему они уезжают, бросают их. В камере мутанта оставил бабу прикованную напротив. Ну, естественно, она ж к нему полезет. Ну, что за дичь вообще? Вот странно. Я, кстати, из Metal Gear только первую часть прошел, и то не до конца. Не знаю, как-то не доводилось. Ага, у нее есть, короче говоря, ну это не антидот, это какая-то просто успокоительная, я не знаю. Я думаю, что от оборотней нет подобных каких-то лекарств там.
И что, мне правда надо идти обратно? Ну давай, допустим, вернемся. Не знаю, правда, зачем. Это антидот, серьезно? Да ну. Наверное, бабка хамелеон придумала. Как его колоть. Ну, точнее, из чего его сделать. Ну, давай, она говорит, я валюсь. Давай полежим. Посидим, блин. Хотя это так тупо. Отправиться спать. Блять, ну давай. Тебе глаз выбили. Вот тебе монстр за стенкой, и она просто берет и ложится спать. Что здесь произошло? Это вопрос к тебе. Ой, бля. Ты не сбежала. Я не брошу Макса, либо у нас есть незаконченное дело. А какое незаконченное дело? Ладно, я не брошу Макса. Я не брошу Макса. Я все равно тебе не верю. Плевать. Я его спасу. Повернись, руки на стену. Шериф восхищен вашей преданностью. Серьезно? Не спорь, я устал. Но... Я постараюсь тоже. Не накосипорить. Знать бы, какой диалог из всех поможет не накосипорить. Будем действовать, как получится. Что нет, ж, так нет. И без дела не сидела. Шлиф не доверяет вам. Этой штукой ты меня вырубил, да? Опасная вещь. А что это такое? А ты не мог накачать Макса прошлой ночью? Может, я не лишилась бы глаза? Ой. Мог, но это охренительно тяжело. Берешь, колешь и все. Его тяжело. Ладно, ему виднее, он почаще с оборотнями встречался. Тронь, тронь, тронь. Все, выздоровел. Делов-то. Что это? Информация. Бери. Он будет сидеть напротив и бухать. Хоть не дрочить, спасибо, она там. 29-й лора. Месяц они уже тут сидят. Хорошая работа. В смысле, глаз. Было сложнее, чем в учебниках. Не, сериал не жду. Ну, посмотрю, будет, если будет возможность. Ты же врач. Нет. Я ветеринар. То есть, наверное, никогда им не стану. Ну, как-то особо не слежу, знаешь. Мы застряли тут навечно. Ну, посмотрю. Может, не посмотрю. Знаешь, то, что ты знаешь, ничего не значит. Знаешь то, что ты знаешь. Что? Пойми. Все не так, как кажется. А можно чуть поконкретнее? Ну, у вас с Максом те же проблемы, что у меня. Моя семья. Мы просто люди. Сейчас, кстати, будем закругляться. Мы еще пытаемся 10, выжить, все. Ты понимаешь? Завтра с утра. Не очень. Могло спать ложиться. Мы покончим с этим сегодня. Сегодня покончим с этим? А мы? Как? Да. То есть он предлагает объединиться с ним против Рыжего, да?
Любопытство, при чем тут твоя семья и уверенность? Отпусти нас, а мы приведем подмогу. Он нас не отпустит, это по-любому. Че, он псих, что ли? Всю неделю не работал, ништяк тебе. У меня вообще отпуск в марте. Так, любопытство. Ну ладно, при чем тут твоя семья? Так, при чем тут твоя семья? Моя семья. На дне колодца. Шрифт начинает смягчаться. Что? Что-то мне кажется, семья, то что... Что-то мне кажется, то что директор лагеря тоже оборотень. А бабка Хамелеон, это их мать. Моя важная в жизни. Но если все они... Да вот. Все до единого решают прыгнуть в колодец, и все цепляются за веревку. Как один человек вытащит их обратно? Никак. Стоит начать тянуть, он себя имеет в виду. Окажешься на дне вместе с ними. И в чем смысл? А будем решать. А, значит, это ты наверху с веревкой. Да-да-да. И... Да. Он себя имеет в виду. Это же очевидно. Да, окей, поняла. И брата да, своего. Он имеет в виду, что брат в колодце, мать тоже, наверное. Может, еще какие-то родственники, неважно. Он, типа, единственный из них не оборотень. Ну, правда, насчет бабки Хамелеона я не уверен, если она вообще существует. Смотрим, насколько ты умна. Ну-ка, ну-ка. А Рыжик сидит, даже не пикнет за стенкой. Информация. И что там такое? Читай. Ну, сейчас чуть-чуть лора подадут. Когда лик явит полная луна, жестокий зверь очнется ото сна. Угу. Пойдет по следу, опасаясь лишь воды, невинным агнцам не избежать беды. Коль скверну зверя ты несешь, лишь серебром свой дух спасешь. Пока луны круг с неба не пропал, сразит и зверя, чье проклятие вобрал. Как сгинет он, ты обретешь покой и сможешь взор вновь услаждать луной. То есть. Да. Есть возможность вылечить Рыжика с помощью серебра в момент того, как он превратится в оборотня. Он, наверное, хочет сначала попробовать на Рыжем это сделать и потом уже, возможно, на брате, допустим. Как вариант. Нет, так может быть еще на ком-то. Но не суть. Факт в том, что он хочет попытаться сейчас, во время полнолуния, Рыжика исцелить серебром. Ну, давай посмотрим. Продолжай. Взять оружие. Не-не-не. Не-а. Но коли плоть твою пронзят клыки, то поспеши и ту конечность отсеки. Быть может... Его специально посадили рядом со мной. Медь с серебром? Нет. Я думаю, серебро с серебром хорошо взаимодействует. Я думал, что его специально посадили копа сюда. Специально посадили близко к решетке. И специально его посадили спиной. Чтобы тебя спровоцировать. Не дергаемся. Как спасешь ты душу от скверны, что ее разрушит. Начинаешь понимать? Да уж, содержательно. Короче, не дергаемся и попробуем. Стихи ужасные. Зачем рифмовать-то? Не знаю. Но это все, что у нас есть. Так, убей оборотня, который тебя укусил, и исцелишься. Только серебром, только в полнолуние. Вроде как все просто. А кто Рыжик тогда цапнул, интересно? Ну да, если получится убить оборотня. Главное, да, вот я понимаю, то, что провокации прям вот на второй день стримов, ну, то есть вот сегодня во время стрима чуть ли не каждые 3 минуты провоцировали на какую-то хрень, чтобы
просто все похилить. Но я старался не вестись на такие уловки, ибо есть уже опыт в других играх. Увы, все не так просто. Задаченность, почему ты не убил его? Тревога, я заражена? Нет, ты не заражена. Хотя... Блин, меня оба вопросы интересуют, но давай озадаченность. Он не убил его, потому что хочет если попробовать на нем. Это, почему не убил его в подвале, когда как, у тебя была такая возможность? Он как крыса ну, подопытная. Я, все, не так. Не так просто. Нет, ну, да. Я... Их не так-то просто убить, и я защищал вас. Цинизм, я не верю, ободрение. Каков план? Каков план? И каков план? Ну... Серебряный фалос ему в очко вставить. Моя? Подождать немножко. Да. Ты же доктор. Вот это мне интересно несколько раз эти я игры даже проходить. Не училась. Один раз лучше, чтобы ты прошел, а второй раз, чтобы кто-нибудь другой. И ты смотрел как. Ну, выбор у меня невелик. Я охочусь на этого поганого волка в полнолуние уже целую вечность. Но если есть другой выход, это и не важно. За всем этим должна быть наука. Найди ее. Ну, как тут узнаешь, кто рыжик отцапнул, они все одинаковые. Подумай о том, что я сказал. Тут надо всех оборотней переглушить. А потом, ну, как бы, вдруг повезет. Посмотрел? Они сказали, что он смотрел, что читал. Что он там читал? Какую-то, говорит, информацию, но не сказали. Ну, сейчас этот эпизод закончится, и все, закругляемся. Вот. Пару минут я не еще. Я поверил бы ему, если бы не... Потом продолжим. Видел этого. Обреченность, я ему верю. Опасения, я не уверена. Она ему верит. Она должна ему верить, потому что у нее особо выбора нет. У нее за стенкой ее чувак мутирует в полнолуние. Она должна во все верить теперь уже. Я ему верю. То есть теперь ты ему доверяешь? Нет, конечно, но я верю в его историю. Надо попробовать. Про оборотней, не про науку, само собой. Это бред какой-то. Он грязный лживый похититель. Нельзя верить словам этого ублюдка. Ну да, точно. А когда луна, так ты, что ты мутируешь, так это ничего не значит, да? Нет. К черту. Вот это я тоже у не него знаю. Был шанс все исправить. Кто ему одежду дает после взрыва. Мы свалим отсюда и разберемся сами. Она должна лохмотьями висеть, как на Халке. Лора? Да. Ты дура. Я видел запись. С твоим глазом. Да. Паршиво? В смысле паршиво? Ты и глаз вынес, урод. Хоть бы извинился. Прости меня. Ну вот, наконец. Да, печалька. Сопереживание. Это был не ты, обреченность. Ты себя не контролировал. Но сопереживание давай. Ну вообще вот в этом эпизоде много лишних я диалогов, знаю, его ну, мог, да. Можно было бы сделать покомпактней. Но все же. Ну это сделано, чтобы вылечу, ты. Макс. Правда. Ну а что тут агрессивнее? Обещаю. Они должны это дружить-то туда-сюда. Они же чпокались когда-то. Я знаю, что они там. Неприехавшие вожатые. Таранеки пришли, что ли? Ну да. Ты сдал утильничью тачку. Недавно. Остальное я сам понял. Что-то не заканчивается этот эпизод никак. Тянут. Ну, а ты как думаешь? Боже, Трэвис. Они что, все еще здесь? Одного из них. Что мне оставалось? Ты укусил одного из них. Я говорю, он оборотень. Ловим.
Оп. Коп хороший, директор лагеря плохой. Но так как он брат его, коп его не убивает. Маме скажу, что это было не серебро. Дальше что? Держать их тут вечно? Я разберусь. Делай ты свою работу, они не попали бы тогда в лагерь. Разве нет? Делай я свою работу, вы бы все сидели. Разве ты нет? Ты же знаешь, это Бобби и Кали. Спокойно туристов и того, того, мать его, писа. Черт, Трэвис, и что же нам делать? А я-то думал... Надо искать нулевого оборотня. Если по идее грохнуть нулевого оборотня, то... Давай не здесь. Идем в кабинет. Типа все аннулируется. Ну, мне так кажется. Макс! Но это не точно. Макс! А? Чего? Трэвис там только что разговаривал. И? С Крисом Хэкетом. Он вытащит нас? Не, ну хорошо, что только начинается. Нет. Если там будут какие-то интересные сюжетные повороты, я он только за. Он оборотень. Макс, Крис Хэкет, вот кто укусил тебя в этом подвале. Ну, об этом несложно было догадаться. Охренеть! Кто бы знал? Ну, знаешь, так-то я могла бы. А толку? Теперь все ясно. Вот почему той ночью там стояла машина Криса. Трэвис защищал его. Он проследил за нами и не стал убивать оборотня в подвале, потому что это был его брат. Боже, это же очевидно. Если он укусил меня, значит... Значит, надо валить. Лекарство. Да, надо валить директора лагеря. Ну вот на этой вот интригующей ноте мы, наверное, будем заканчиваться. Да, вообще не факт, что она права, и не факт, что вообще все... Это только домыслы пока что, но тем же интересней, соответственно, надо же просчитывать все возможные ходы. Пока вот тебе прям втаривают то, что ты должен как бы пока думать так, а то, что там будет потом, еще неизвестно. Ну, этот эпизод, что-то я смотрю, не заканчивается, но надо закругляться по стриму, поэтому будем... закругляться и заканчивать, и в скором времени увидимся, естественно, будем продолжать. Спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Все, всем удачи, пока.